Здорово, здорово, ребят. Ну что, продолжаем проходить, значит, это RDR 2. Идем по основным миссиям. В принципе, побочки я почти уже, ну, по крайней мере, которые сейчас в данный момент открыты. Погнали. Так, выходим, выходим. Карта. У нас, значит, ближайшая миссия задача. И, по-моему, да, на прошлом стриме мы, в принципе, все, что есть, уже все выполнили. Правильно? Да, тут я больше никаких активностей не вижу. Поехали к датчик. Ну, в принципе, тут недалеко, как раз. А, ну да. Тут как раз у нас миссия про самогон. Что-то там нам шериф, по-моему, такое затирал. А, шериф у нас набухался. И говорит, помогайте, чуваки. Ну, давай попробуем помочь. Так он не залезает. Конечно, конечно. Вот и мой добрый друг Артур Келлихан. Он охотник и убийственно хорош. Артур, я полагаю, ты не успел представиться мистеру... О, извините, шерифу Грею. Как поживаете, сэр? Не жалуюсь. Опасна у вас была работа. Правда? А можете не разыгрывать этот цирк, сэр. Жизнь может быть несправедлива. Это да. И ни один человек ничего не должен другому. Нет, сэр. Мне кажется, что судьба сурово с вами обошлась. Когда вы потеряли работу. Но здесь, в Роллсе, найдется работа для честных людей. Крепкая штука. Все же, вы вроде выглядите довольно неплохо. Именно, прошу прощения. Ого. Шериф нажрался в жопу. И он готов. Я же говорю, что мы сделаем карьеру. Помощники шерифа. Ты окончательно спятил? В компании этих пьяниц, недоумков и рабовладельцев. Мы честные воры. Просто обязаны стать поборниками морали. Я, шериф Грей, вы вернулись? Послушайте, в этих лесах кто-то варит самогон, и из этого страдает репутация всего округа, а штат лишается доходов. Может, вы, парни, вырвете эту заразу с корнем? Я думаю, не сделать ли вас помощниками? Никаких проблем, сэр, совершенно никаких. А теперь вы в надежных руках. Люди зря тратят время на пропаганду трезвости. Хорошему человеку выпивка никогда не притупляла чувств. Артур, ты поедешь с помощником шерифа, а мы с Биллом двинемся следом. Залезайте и поехали. Короче говоря, Вицин, Моргунов и Никулин, как фирменные самогонщики, где-то тут на делянке самогонку паленую продают. Или варят. А, кажется, он усвоил урок. Поздравляю, вы временно стали помощником шерифа округа Скарлет Медоуз. Многие города делают грязную работу руками охотников за головами. Но шериф Грей считает, что закон должны блюсти законники. И еще, тут принято слушать старших по званию. А что, есть? Ну, конечно, черт подери. Работа опасная, но вы просто держитесь меня, и все будет в порядке. Ладно. Арчибальд хочет напомнить нам, что он здесь главный. Конечно. Кто же еще? Вы здорово помогли нам в истории с Андерсонами. И я замолвил за вас словечко шерифу. Мы это ценим. Остальных мы быстро скрутили. Лично я хочу, чтобы их вздернули. Ну да ладно. Значит, эти самогонщики... не просто самогонщики. Брейтвуд. Уэйты. Я рассказывал вам про Брэд Уэйтов, ну еще бы. Семья хлопковых плантаторов имели целое состояние, пока, ну, пока не изменили законы о труде.
Теперь они варят самогон. Их дистиллярни спрятаны по всему Леймону. Как только мы ломаем одну, тут же вырастает другая. Это можно должно быть назвать падением. Но они сначала были на самом дне. Мне некогда заниматься неплательщиками налогов. Говорят, что Кэтрин Брэдвейт увлекается дорогим хобби, разведением чистокровных лошадей. В общем, я слышал, что эти семьи воюют между собой за золото. Но такие ходят слухи. И Грей, и Брейтвейты, что другая семья украла у них целое состояние. Но это случилось так давно, что поди разбери, где правда, а где ложь. Нелегко быть богатым, да? Наверное. Я так понимаю, мы больше за Грея топим. Всем привет, ребятушки. Привет. Привет. Этот значок, да, мне тоже так кажется. Приятно снова послужить своей стране. Я бы так не сказал. Эй, эй, стойте, видите эту повозку? И чё? Какая-то она подозрительная. Ну давай подойдем, наверное, надо. Пару трупов, но я их шмонать не буду, на всякий случай, чтобы карму свою не похерить. Проклятые мухи, клянусь, у них какие-то личные счеты. Ты бы мог попробовать хоть изредка мыться? Смотрите в оба. Но ее тут разнесли в хлам, как будто танком проехали. О, это произошло недавно. Эй, подойди сюда и гляньте. Любитель стримить игры. Смотрите, костюм и галстук. Рано ты сегодня стримишь. Лайк от меня. Здорово. Здорово, Диман. Да, сегодня перед работой надо полобать. Пока есть время. Давайте посмотрим, нет ли на нем при нем документов. Ладно, нам пора. Короче, ехала какая-то повозка, видимо, на них напали. И просто ограбили дилижанс. Я пришлю сюда кого-нибудь, чтобы забрали тело. Все, нам надо возвращаться. Однако, я думал, хотя бы или кто-то из засады нападет, или что-то в этом роде, а мы просто подошли, посмотрели и поехали дальше. Так, надо с другой стороны садиться. Примите поводья, я хочу взглянуть на эти бумаги. Давайте, я скажу, куда ехать. Ну, как обычно, Rockstar в своем репертуаре. Он сейчас будет болтать, а я ехать. Одним глазом... Итак, мистер Фредерик Митчелл, член законодательного собрания штата Лимой. Бедняга. Да, явно похоже на налетчика. Куча анархистов, бывших военных, безо всякого уважения к закону. Это уже 7-е убийство госслужащего в этом году. Да уж, не самая приятная публика. А Брэд Уэйт еще и ведут с ним дела, ни стыда, ни совести. Брэд, чтобы, короче, понять лор, короче говоря, игры, надо... не разгонять повозку, чтобы никуда не впилиться, и в то же время субтитры читать. Что это беда. Ладно. Не первый раз. Мой дядя всегда говорил, родился в дерьме, дерьмом, что-то там. А уж в этой жизни всякого насмотрелся. Был священником и шерифом. На перекрестке поверните направо. Мог любого матроса перепить в легкую. Правда, одна ладонь у него была крошечная, как у ребенка. Это наглядно говорит о том, что за люди эти Брейтвейты. Вдумайтесь только, продавать самогон убийцам. Я втолковываю людям, даже не разговаривайте с ними, не смотрите им в глаза. Здесь снова направо. Я бы точно не стал. Я так понимаю, у него была маленькая ручка, как этот, как у... Как очень страшное кино 2, такой, типа, скрюченная такая, махонькая. Ну окей. Все, они закончили трепаться? Спасибо. Ну, в болото едем, кстати. А по-моему, тут будет перестрелка. Довольно-таки неплохая.
Главное заныкаться вовремя. Так, и чё? Мы приехали куда-то. Ну вот, так о чем я говорил? Кажется, что-то про Брейтвейтов. Меня тошнит от одного этого слова. Угу. Всех, кого найдем, брать живьем, ясно? Понятно. У два смычка, короче, пойдем. Арестуем всех и прикроем. Ладно, надо посмотреть, с кем мы тут имеем дело. Но арестовывать мы вряд ли кого-то будем. Скорее будет какой-то замес со стрельбой. Любитель стримить игры. Я тут не так давно встретил друзей детства. Они сами-то ничем таким не занимаются, как мы с тобой. Но про стримы и все прочее знают. Так вот, они мне как раз предложили постримить эту игру. Как раз. Раздельно и через А. Ай-яй-яй, Дима. Тебе не 10 лет, чтобы с ошибками писать. Ладно, я тебя понял. Ну, что мешает, возьми, пострими ее. Я так понимаю, ты говорил то, что у тебя тянет ноут, но попробуй ее запустить на самых низких настройках. Вдруг прокатит. Я говорил, что тут полно паразитов. И мы только что нашли крысиную нору, par excellence, как говорят в Париже. Любитель Мать стримить. Тетя была в Париже в 77-м. А я уже давно знаю, что эта игра дико требовательная. Не для моего компа. Угу. Я понял, ну, попробуй что-нибудь другое в этом роде. Бэтмена попробуй. Архэм Сити, я думаю, у тебя покатит. Ну бы нет. Тоже типа открытый мир. Ну, я не знаю, чисто вот на скидку сказал. Я вот сейчас тоже Бэтмена прохожу. Параллельно от этой игрушки. Че еще? Прототип попробуй. Прикольная же игра. Если помнишь такую. Да мало ли таких игр с открытым миром и так далее, которые интересно было бы посмотреть, поностальгировать даже. Опять же, эмулятор второй плойки попробуй. Может, прокатит. Ну, в смысле. Может, он у тебя пойдет, какая-нибудь игра. Там тоже куча игр полезных. Интересно. Но я это вижу. Если честно, пусть лучше мой друг решит. Он никогда не умел красиво говорить. Но для этого дела подходит лучше всех. Давайте разделимся. Артур с Биллом и Астер с Чебальдом. Парни, вы направо или налево? Да мне без разницы, давай налево. Мы пойдем налево. Помогите Биллу вырубить самогонщиков, не поднимая шума. Так, давай для начала присядем. Тут надо по стелсу действовать. Просто вырубим их и свяжем. Я вас понял, помощник шерифа Уильямса. Кстати, у меня, по-моему, опять. Угарно. Любитель стримить игры. Бэтмен Аркхэм Асайлум и Сити я стримил в прошлом году. Осталось только Аркхэм Ориджин пройти и постримить. Ну вот, я недавно тоже ее прошел. Эй, тут пост... В смысле? Какого хера я ничего не сделал? Главное, этот мудила. Во-первых, угарным было то, что я обратил внимание, что у меня пистолет был приклеен к запястью левой руки. Второго пистолета почему-то не было. И чувак, который со мной шел, он почему-то побежал вперед и меня спалил тем самым. Используйте мини-карту. Ну хорошо. Просто вырубим их. Вот опять. Опять у меня на запястье пистолет болтается. Вон, блин. Вон он. У него на запястье ствол приклеился. Да. Так, ладно, давай прямо по его стопам пойдем. Возможно, я пошел сильно в обход, и он меня заметил. Любите стримить игры. Мне нравится Бэтмен начало на плойке 2 еще. Блять, да что ж такое-то? Кто меня палит? Может быть, тот, который слева? Ой, с правой стороны? А я, кстати, вот не играл в Batman Origins.
Но я думаю, стоит. Так, возможно, вот этот чувак меня палит. А тут их двое. Один исчез почему-то. Снова пистолет к запястью прилип. Ну ладно. Давай, вырубаем. Первый пошел. Свяжите лежащего без сознания. Окей. Связал. А тот уже того типа вырубил. Поднимите. Может, потом их сначала всех повырубаем, а потом их будем пеленать и таскать везде по округе. Видимо, нет. Ладно. Штабелями будем укладывать. Леха, ты настоящий ковбой Кагис. Возможно. Не совсем понятно, зачем их, правда. Разве есть такой. Бросить у повозки? Разве есть прям такая жесткая необходимость их всех укладывать сначала тут? Ну, он эти еще двоих подрезали. Полная самогона, как вам, полная телега, бухла. Ну, ну, в коричневых бутылках. Work, отлично, джентльмены. Кажется, это все. И что нам делать прямо сейчас? Вот это лучше уничтожить. Все это лучше уничтожить. Ваши люди со взрывчаткой обращаться умеют? Конечно, все кроме него. Прикрепите динамит к дистиллятору. Клянусь, я больше это вспоминать не буду. Кстати, у меня ствол от запястья отлип и куда-то просто исчез. Чтобы выбрать динамит, ну понятно. Так, выбираем динамит. Он со мной. Любитель стримить игры. Про эту игру говорят, что она будто-то на Диком Западе. Так это и есть как бы GTA на Диком Западе? Ай, блядь. Я, по-моему, зря его, да, поджег? Надо было сначала за это. Это GTA на Диком Западе, плюс еще разработчики это те же, это рокстаровская игра. Поэтому они очень сильно вот GTA похожи. Так, я просто его выложил. А, взять. Взять-то я его взял. Как закрепить? Подойдите. Оно поджигает сразу. Короче, пока он не долбанул, давай мы его просто бросим. Ну, вот так, я думаю, достаточно. Сразу стволы доставай. Эй, чувак, стволы достаем. Артур, у нас неприятность. Ну, естественно, блин, пол делянки взорвали. Разыщите Билла. Угу. Вот и перестрелка. А где заныкаться-то поудачней? Короче. Давай хоть за телегу. Тут даже такая же боёбка, как и в GTA 5 у нас была. Прям перекрестия, перестрелки, все вот один в один. Механики одинаковые. Готов. Эх, вот. О, норм. Я ему в плечо попал, он подох. Так, пусть зарядится нормально.
А то что-то по одному пистолету не очень выпускать по одному патрону. Так, заряжайся. Блин, спрятался. Давай так. Бля, какой-то баллон попался, как долбанет еще. Ненароком. У тех хижин есть еще, давайте разберемся с ними. Где они? Я не вижу, где. А, все, все, все. Неприметный чувачок стоял. Здрасте. Еще живой? Ну, пойдет. Так. Еще. Куда вы все беретесь-то? Я больше их не вижу. Я, говорит, тоже. Найдем датчик, когда свалим отсюда. Я тут не так давно стримил и смотрел новый фильм про Джеймса Бонда. Блин, жалко, что он погиб. Но это задумка франшизы такая. Даниэль Крейг все же стар уже для Бонда. Я вообще, в принципе, не любитель Бондианы. Смотрел по Бонду мало фильмов. Буквально один или два. И то очень давно. Нет, по-моему... Да, по-моему, все-таки два. С Пирсом Броснаном еще смотрел. Я тут сегодня посмотрел «Охотников за привидениями» 21 года ночью. Ну, такое, как бы себе, я бы сказал. Неплохо играет на ностальгии, как бы. Отчасти посмотреть можно, но это не самостоятельный фильм. Это надо любить первую часть «Охотников за привидениями». Потому что в основном он игнорирует вторую часть. Ну, не так, чтобы очень, но тем не менее. Короче, фильм неплохой такой, ну, уверенный среднячок, короче говоря. Сейчас, в принципе, фильмы, которые выходят, это немного шедеврального чего-то выходит. Хотя, может быть, просто уже, знаешь, приелось все это дело маленько. Избалованы клише всякими сюжетами и так далее. Может быть и так. А так сейчас что? Сейчас Шерлока пересматриваю. Который с Камбербэтчем. Камбербэтчем. Кому как удобно. Ну, народу мы тут будь здоров, конечно, положили. Что-то бегает, тут лутает без зазрения совести. Хорошо, хоть карма не падает. Любитель стримить игры. И Матрица 4 тоже будет, похоже, не шедевр даже. Да, скорее всего. Ну, это типа, франшиза свое жила, они пытаются плясать на трупах давно подохших фильмов, как бы. Молодежи, допустим, которые не смотрели и не знают, кто такой Нео, как бы им, собственно, до пизды. Это будет неинтересно. Так что чисто рассчитывать на срыв большой кассы, чисто, ну, рассчитывать на людей, которые придут посмотреть, которые знают эту франшизу. Короче, немного, мне кажется, будет подобных. Ну, типа, можно молодежь уже сразу же отсечь. Кому-то просто будет падлу. К тому же, та же самая «Матрица», как бы... Сам по себе-то фильм тоже довольно-таки на любителя. Так, так, так. Надо что-то, чтобы комплексно у нас все поднимало. Давай, наверное, вот этого. Угу, норм.
Я тебе даже больше скажу. Я причем сам-то смотрел «Матрицу» первую часть и половину второй, потому что, ну, мне как-то особо тоже оно не зашло. Отлично. Ладно, извините, но у меня и моих людей есть и другие дела. Похоже, нам не удалось уничтожить весь самогон. Ого. Так что нам, закончить дело? Обычно я забираю его для... Это как бы моя премия. Я лучше пойду домой. Пожалуй, возьму парочку бутылок, а вы забирайте остальное. Ну, чтобы не остались все, особенно после войны. Все мы прежде всего американцы. Само собой. Но мой кузен Вебстер. Он часто говорил, некоторые из нас не настолько уж и американцы. Ну, ты понимаешь. Только я не очень. Ну же, дегенераты. Никчемное белое отребье. Деревенщина, сволочи. Я тебя знаю, Билли Лайм. Наконец-то. Наконец-то. Двигай, двигай. Мы набрели на рай в краю тупых. Такое захолустье. Захолустное захолустье. Чтобы здесь мы будем гениями. Билл, увози отсюда это добро. Давайте, поедешь со мной. Ладно. Короче, сейчас опять будет треп и все такое. Будем с ним сдать, чем обсуждать дела насущные. Конечно, покажу ее Хози, там, что, Артур, неприятности? Вот вечно вы так. Судя по их воплям, я решил, что это покупатели. Старина Арчибальд вопросов не задавал, нам не следует. Я не собирался. Но дело вышло стоящее. Стать помощником шерифа и прятаться у всех на виду. Эти законники, эти два семейства. Сдается мне, мы тут всех сможем обставить. Это очень духи Хози. Это гораздо больше, чем больше похоже на молодого дача. Что значит молодого дача? Я так же силен, как и раньше. Слушай, знаешь что? Может, устроим гонку? Давай, ты хотя бы помолчишь. Согласиться на скачку. Окей. Ладно, принято. Молодчина. Тогда, как я скажу, приготовься. Быстрее хоть доберемся, кстати сказать. Я так понимаю, у меня в лагерь тащит таким макаром. Но у меня явно лошадь круче, чем у него. Ты всегда был скверным наездником, но это мы еще посмотрим. Любитель стримить игры. Я на дорогу маленько отвлекся. Сделала бы какая-нибудь студия озвучку для этой игры. Это субтитры читать, такое себе занятие. Да. Но видишь, Rockstar почему-то принципиально не делает озвучки к своим играм. Только субтитры. Любую возьми, GTA и так далее. Никогда не было озвучки. Если что-то может быть любительское, но я его не встречал. Блин, нахрен я перепрыгнул. Ладно, сейчас догоним. Просто потому, что у меня лошадь круче, чем у него. Это дорога петляющая. Но у него тоже, кстати, лошадь довольно-таки неплохая. Еще на субтитры, падла, отвлекает. Хуня, сейчас затяжь. Он вообще... А, он далеко просто от меня. Короче, нужно было, наверное, особо не соревноваться. Все равно ты приходишь первым. Артур, я не знал, что ты такой мастер.
по части отступления. Но я не знал, что к старости ты стал таким непредопределенным. Могут сделать отдельные студии, такие как механики VoiceOver или Games Voice. Games Voice мне больше нравится. Ну, заметь, чувак, они почему-то до сих пор не занялись ни одной частью GTA, ни одной частью RDR, ни одной частью Манханта и так далее. Да, по-моему, даже Манхант без озвучки. Я вообще просто в данный момент даже не могу ни одной игры рокстаровской припомнить. Просто чтобы с озвучкой была. Их, по-моему, просто нету. Их не озвучивают. Да, время суровая штука. Вот доживешь до моих лет, тогда ты это поймешь. Всего доброго. Сегодня мы отлично повеселились. Ты? Я собирался сказать, ты мне как сын. Но ты мне больше, чем сын. Может быть, это намек на гейство? Ладно, пойдем, больше, чем сын, короче. Надо было лошадку почистить, а то она сейчас это статы начнет терять. Чистить. Кормить мы ее будем чуть попозже. Любители стримить игры. Может быть, у них все впереди, они еще озвучат. Нет, скорее всего, не впереди, это просто принципиальная какая-то херня. Возможно, есть какое-то соглашение, договоренность, может быть, табу наоборот. Чтобы их игры имели только субтитры, чтобы типа мы только слышали оригинальные голоса. Типа мы заплатили актерам, вот будьте добры, короче говоря, слушать их озвучку. А то, что вы не англоязычные ребята, как бы это никого не ебет. Переезжай с России, играй в наши игры. Вот и все. Если бы они сколько игры от Rockstar выходит, ну просто вот еще до времен первой плойки, то уже сколько лет, 30 они игры выходят, и ни одной озвучки нет, так что уже и не выйдет, я думаю. Тебя ищут Хозни и Джон, они сказали, что идут туда, где спрятан самогон. Лицо распреснилось, они собирались пизду трещит, короче, как это. Так, у нас что появилось-то? Только одно задание. Хотя загоралось два. Возможно, одно типа по времени. Ну, нельзя. Тут потому что еще кто-то трещит, поэтому слишком быстро субтитры бегут. Кто-то песню поет, и это мне типа считается. А, это пастор бухает. И баба трещит, и паста пьет. Так, да, хотя бы стримить игры. Печально такое слышать. Макс Пейн 1 и 2 же с русской озвучкой. А разве Макс Пейн это от Рокстара? Это не Рокстар. Это другая, по-моему, студия. Я забыл, какая именно. Потому что я ни в одного Макс Пейна не играл. Я знаю, что игры стоящие, то, что это классика, это знать надо, но не доводилось. Когда они выходили, у меня не было компа и приставок подобных. Так что это как-то меня стороной обошло, надо будет как-нибудь исправить, конечно. Но, по-моему, это не Rockstar. По-моему, это та же студия, которая Alan Wake делала. Давай на букву Б, короче, сходим, тут недалеко. По-моему, Б это значит Беатрис. Артур, нам надо поговорить. Те, короче, хотят со мной общаться, я смотрю тут. Ну давай. Быстрее, чувак, иди. Ну что, в чем дело? Нет, это Билл, это не Беатрис. Давай. Что такое? Любитель стримить игры. Макс Пейн как раз от Рокстара. Три они не озвучивали. А первый раз и второй они озвучивали. Надо загуглить, короче. Rockstar она или нет.
Но я что-то сомневаюсь. Возможно, возможно, я не отрицаю. У нас тут давно намечается кое-какое дельце, которое может тебя заинтересовать. Мне это должно понравиться. Намечалось, но мы устроили тут шумиху в Валентайне. Мы готовились ограбить там банк, пока мы не наделали там все глупости. И у меня осталось такое чувство, что мы не закончили начатое. Это не моя вина, неприятности случаются. Вот почему, когда я вляпываюсь в переплет, меня называют глупцом и идиотом. А когда в переплет попадаешь ты, о, это неприятности случаются. Это точно, Артур? Это точно подмечено. О, ладно, что вы хотите все от меня? Давай вместе ограбим чертов банк. Ты думаешь, нам стоит вернуться туда? Вчетвером мы легко обчистим банк, но врать не буду, если замешкаешься, явненько заявятся знакомники. Они озвучили только 1-2 Макса Пейна, и все на этом. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, первого и второго Макса Пейна озвучила как раз сторонняя студия. Вот. Которая нам была доступна как раз в те года, когда в ней играли на первую плойку там и так далее. А потом... Они же не могут просто выпустить, допустим, 30 игр за все существование своей студии Rockstar и озвучить из них только две. Возможно, нам попадалась версия как раз с русской адаптацией, которая сторонние какие-то озвучки делали, сторонние студии. А Rockstar типа про это даже и не в курсе. Я думаю так. Да нет, просто местные парни, которые поставили под ружье. То есть, если войдем туда быстро и тихо, сможем взять банк без лишнего шума. Если нас будет четверо, конечно. И вы все считаете, стоит рискнуть? Это банк, Артур. И что? Добыча будет богатой? Если верить типу, с которым я встречалась, да. Как раз заканчиваются торги. Море денег и толпа народа, слоняющегося без дела. Ага. Хорошо, думаю, что это дело и вправду стоящее. Нам лучше дождаться утра. Мне лучше переодеться во что-то более приличное, если я буду выступать. Ладно. Билл, надеюсь, это нечто стоящее. Точно стоящее, мы все подробно разведали. Надеюсь. Короче, мы сейчас едем в Валентайн грабить банк. Плащик какой-то напялил. Мистер Морган, мистер Штраус. Этот человек заемщик, Томас Даунс. По всей видимости, он умер. Умер? Ну да, вид у него был нездоровый. Его жена. Насколько мне известно, у нее осталась жена. Она возьмет на себя ответственность долгом. Разумеется, как будет время, загляните к ней и истребуйте деньги. Они задолжали мне. Джентльмены, пора грабить банк. Итак, каков план? Ну, вперед, пустим Карен. Она отвлечет внимание. А потом туда ввалимся мы. Это маленький банк в маленьком городе. Вряд ли там много охраны. Ты нам просто нужен для подстраховки. Тоже звучит неплохо. Я помню это задание. Народу там будет прилично. Ну, может быть, такое вероятно. Но Макса Пейна игра от Рокстара, да? Ну, я загуглю. Может быть, это какая-то у них... Там же Rockstar это не только одна студия. Там же их несколько, типа Rockstar North, Rockstar East и так далее, короче. Вот, возможно, какая-то, знаешь, там, ну, типа, дочерняя, короче, по-моему, называются студии такие. Так что, ну, я загуглю. Мне вот самому что-то интересно все-таки. Макс Пейн, какому Rockstar, если он относится к Rockstar, какому она все-таки относится к Rockstar? По поводу миссии вот этой вот, я помню. Она, кстати, очень похожа на одну миссию GTA 5, когда нужно было банк обносить. Сейчас мы в такой там замес просто попадем. Надо будет очень много народу убивать, но денег, по-моему, должны поднять побольше, чем в предыдущей миссии. Давай-ка, изложи мне еще раз свой идеальный план. Но он не идеальный. Когда начнется пальба, никакой план не остается идеальным. Ты успокоил, так успокоил. Как я и сказал, посмотрим, как пойдет. Если сможем пробраться в город, отправим мисс Джонс вперед в банк. Они ее не узнают. Я покажу вам, парни, как нужно работать. Что ты задумала на этот раз? Не знаю. Всем нравится заблудшая девица, но с другой стороны, никто не сможет так изобразить пьяную шлюху, как я. Оба варианта годятся. Когда она отвлечет их внимание, заходим я мы. Я про то, что озвучку делали не Rockstar, а игры от Rockstar.
Я про то, что озвучку делали не Rockstar, а игры от Rockstar. Ну, так Макс Пейн делал какая-то дочерняя, я думаю, что студия, не основная студия Макс Пейн, по-моему, делала Rockstar. Вроде как, но я не помню точно. Я смотрел обзоры, блин, на всякие разные франшизы. И я точно не помню, какая к кому что относится, потому что когда нон-стопом вот так вот смотришь всякие обзоры на всякие франшизы, это, блин, сливается просто, блядь, в один ком, короче. Ты начинаешь уже немножко рассеянно мне, с рассеянным вниманием все это дело смотреть. А насчет озвучки я не знаю. Не знаю, точно не могу сказать. Но предполагаю то, что это все-таки какая-то любительская озвучка или ближе к тому. Я могу, возможно, ошибаться. Так, баба говорит то, что мы в банк будем заходить, и там, говорит, всего пару охранников, которые, ну, сопляки, короче. А мы разберемся с ними и с клиентами, которые захотят погеройствовать. И ты еще ведь у нас эксперт по сейфам, да, Артур? Теперь я понимаю, зачем вы меня взяли. Эй, я могу и сам. Нет, давай уж лучше я. А Дач сказал тебе, что что я тут кое о чем договорился с этими Греями. Что? Нет, о чем ты договорился? Вот ты не понимаешь, Морган. Я ведь вкалываю не меньше твоего. Мы с ним выпивали несколько раз. Судя по всему, они нуждаются в дополнительной охране. Ага, не сомневаюсь. Можем на этом подзаработать. Да ладно, давай уж забьем. Раскинь мозгами. Мы и так уже перед глазами маячим. Да, я знаю, Морган. Обратно в Валентайн? Даже не верится, что мы возвращаемся в Валентайн. Только не говори, что без сожаления оставил этот банк нетронутым. Да, как без особых. Работать в городе и ограбить банк – это стыд и позор. Но мы точно не то, чтобы работали в городе, мы просто разнесли его к чертям. Это сделал ты, Морган, а не я. Лично я сохранял спокойствие. Дал кое-кому морду, разобрался с Дрисколами. Да ну. Я же говорю, если ты провалил дело, неприятности случаются. Если я, значит, я идиот. Это еще раз говорит о том, что после ограбления банка придется еще и забашлять, от ментов откупиться. То есть дадут пятихатку, 200 заплати, скорее всего, 250, блин, заплати за откуп от мусоров. Зашибись. Ну, Билл, я даже не знаю, говорит, что сказать. Удивительно, что ты еще не подколол меня насчет динамита. Я сделал одну ошибку, и мне будут вспоминать ее до самой смерти. А что ты хотел? Благодарность? Медаль? Просто знаю, что на этот раз у меня все схвачено. Ну, тут уже мы посмотрим, как пойдет. Итак, если подумать, мы грабим поезд Корнелла, убиваем его людей в Валентайне, нападаем на его дилижанс. До тебя только сейчас это начало доходить. И теперь мы возвращаемся в единственное место, где он станет нас искать. В этом вся штука. Люди никогда не видят того, что у них прямо под носом. Так не всегда бывает. Что с тобой? Кстати, ты стал каким-то дерганым. Это все из-за последних событий. Забудь про Корнелла. Вряд ли у него осталось много людей. Они ошибаются. Людей у него предостаточно. Ему пришлось попотеть, но мы же все оттуда выбрались. Вот унесли немного. Если в Валентайне мы справились вчетвером, да и после ограбления дилижанса тоже вчетвером справились, то я ни о чем не беспокоюсь. Тебе виднее. Когда окажемся в Валентайне, нужно будет действовать быстро. Уверен, они нас заметили. Конечно, действуем стремительно. Дач будет в восторге. Сначала давайте разберемся с этим делом. Кстати, музычка тоже похожа на ту самую миссию из GTA 5. Стой.
У меня что-то вот, короче, статы на лошади не очень положительные. Давай-ка мы ее попробуем прикормить. Сожрет она сейчас что-нибудь? Да, съела, норм. А то мало ли, придется удирать, а она не в лучшей боевой форме, скажем так. Так, доехали мы до Валентайна. Баба пойдет первая. Потом мы. Мне придется сейф скрывать самостоятельно. Потише, теперь мы на месте. Мне придется сейф самостоятельно скрывать, короче. По-моему, это не очень-то просто. Да какого хрена? Вы еще, блин, на обычных людей сагрите меня, чтобы задание, блин, провалить. Тут же каждый тычок, если лошадь, допустим, долбанула в человека, тебя же могут уже предъявить. Поэтому аккуратненько. Никого не трогая, просто едем. Хотя бы до контрольной точки добраться. Можно элементарно чувака копытами затоптать и все. Менты уже приедут. Так, оставим лошадей здесь, в стороне от главной улицы. Ну давай. Так, джентльмены, мы на месте. Приготовьтесь. А давай-ка мы с собой карабинчик возьмем. Я. Да не то. Лошадь груз. Тоже не то. А уже не работает, короче. Давай отойдем. Попробуем взять заново. Никак. Может, плечо у него занято, поэтому? Я не знаю. Ладно. Карен, твой выход. Ну, хотя бы у меня есть пистолеты на месте. Ладно, ребята, идите за мной. Я думаю, масочку надо надеть, да? Ребят, масочки одеваем в помещении. Мы будем возле двери. Но мы не решили. Я маленькая заблудшая девица или пьяная шлюха? Я должен, да, это решить. Давай, шлюху. Ты знаешь, что мне нравится шлюха. Ты такой один. Ты куча мягких греховодников и сенсеров. Так, где он? Если вы готовы, начинаем. Удачи, джентльмен. Мы справимся. Где он? Ты его видел? Вам лучше уйти, мэм. Я останусь здесь, пока не найду его. Мальчик. Пускай заговорит им зубы. Не делай вид, что ты меня не знаешь. Тут все такие гордые. Ночью ты не был таким гордым. О, прости, ты же просил сохранять его в тайне. Я в жизни не встречал эту женщину. А вот теперь пошли. Давайте, суки, это ограбление. Вы его слышали? Не двигаться. Эй, открой дверь. Угу. Вот это. Открой дверь в кассу. Пошевеливайся. Открывай это проклятое хранилище. Просто нацелиться. Сработал. Побить. Так он открывает, че его лупить-то? Слишком медленно. Ай, блядь. Сорянчик, не та кнопочка. Давай, контрольная точка. Я его случайно убил. Так, масочку надеваем. Пистолетики наголо. Готово.
No, hold on. Wait till she's got him real down. What does it do? Готово. Всем не двигаться. А дверь не хотите закрыть? Шторки завесить? Ладно. Это не моя забота. Я думаю, не догадаются. Так, погнали. Угрожайте кассиру, ударив его или стреляя рядом с ним. Побыстрей. Давай долбанем его чуть-чуть. Ну давай рядом с ним стрельнем-то куда-нибудь. Вот так вот. Я делаю все, что в моих силах. Медленно, чувак. Да серьезно, ты что прикалываешь? На, по щам. Его типа бить больше нельзя. О, боже. Он сейчас его отлупит, он вырубится и ничего не сделает. Так, открыл, хорошо. Ну да, вырубить его будет удобней. Я внутри, смотрите, чтобы эта конторская крыса что-нибудь не выкинула. Открывай сейф. Это делает управляющий. Угу. Мы сейчас будем эти сейфы самостоятельно скрывать. Я попробую взломать их или взорвать, а ты постой, я быстро. Вскрыть сейф и взорвать. Давай попробуем вскрыть для начала. Да, пожалуй, я смогу их вскрыть. Ладно, только немедленно. Скройте сейфы. Как это делать? Взломать. Медленно двигайте, чтобы подобрать число. Два. Так. Я думаю, если их взорвать, то быстрее прибегут на шум. Раз. Так, там какой-то кипиш начинается. Ну, давай. Готов, второй. Почему-то по кругу до нуля проворачиваешь, щелкает не сразу. А другую сторону вообще не крутится. Даже можно еще быстрее это все дело прокручивать. Не знаю, на время ли мы это делаем.
Какой напряженный момент. Ну ладно. По-моему, с первым прохождением я не все сейфы ломал. Не успевал. Сейчас попробуем. Первый. Второй. Третий. Норм. Все сейфы скрыты так-то. Вернитесь-ка, ну и, короче, к своим вернитесь. Кассирванка, мы его не будем грабить. Чтобы карму не попортить. Если вы никого не убили, то вас не повесят. Менты, короче, пришли. Выходите немедленно. Что будем делать? Не знаю, дай подумать. Если вы откроете огонь, вы покойники. Я пойду. Давайте за мной. Ты что, рехнулась? Может быть. Не стреляйте, не стреляйте, я совершила чудовищную ошибку. Уходите отсюда, мисс, простите. Кто бы сомневался. Так, надо в укрытие, да блядь, дайте пройти. Давай что-нибудь бахнем, пока меня не завалили. Первый. Точнее, уже третий. Ну ладно. Где еще? Наверху. Готов. Еще есть кто? Да, тут их полно. Как грязи. Судьба по-македонски. Долго он заряжает. А сожрать есть вариант что-то? Я успею? Надеюсь, да. Так, ну в принципе что, я полностью заряжен. Снова один пистолет, да твою мать. Давай два. Карабинчик бы тут не повредил бы. Кажется, он умер. Так, еще есть кто? Да, он там. Один или два. Блядь, ментов по округе не останется, я так думаю. Злой какой. Все, топаем отсюда. Ну, естественно. Погнали, погнали. Я бы еще и зарядился. Чего? Че не так? Блять. Вы бросили банду. Я торопился свалить отсюда. Я не знаю, что они там затупили. Надо было, может быть, в другую сторону даже ехать. Когда в жопу умыли, по-моему, лучше быстренько свалить. Да, ништяк. Так, давай, за телегу, ну бегом. Два. Дальше пробираемся. Перезарядка. Ну-ка, ты сдохнешь, нет?
Так. А, она прячется там. Давай, чуть ближе. Вот сюда. А, я лошадь долбал. Сорян, лошадка, чё. Еще парочка. Давай к лошадям. Ну окей. Теперь, короче, ждем их до последнего. Там еще один чувак жив. Все. Садитесь на лошадь. Бегите знакомников с Биллом, ну короче, со всеми твоими подельниками. Я не знаю, мы, наверное, должны были всех в округе перестрелять. Надеюсь, за убитую лошадь мне не предъявят. О, стоят они тут. Ну, куда ты ускакал вообще? Я больше по лошадям, наверное, стреляю. Ладно, окей. Прям в зубы чуваку попал. Всегда получается. Я думаю, я его завалю. Патронов надо будет покупать. Что-то у меня с этими ограблениями не очень-то много их осталось. Половину просрал, пока ехали. Да, еще будут. Ну прямо вжух, слоумо, вся херня. Почему я этих людей не видел? Кажется, оторвались. Спасибо, джентльмены. Это было глупо и опасно. Спасибо, Билл. Мы живы и добыли деньги. Я не вижу проблем. Да, в этом-то и проблема. Все равно весьма неплохая добыча. Дач будет доволен. Пусть она нам и нелегко досталась. Да ладно, было весело. Что ж, может быть, ты и права. А теперь пора уходить отсюда. У меня есть и другие дела. Мне надо ехать прямиком в лагерь. И убедитесь, что за вами нет хвоста. Ага, ладно. Мисс Даунс. Так, ну и чё? Чё нам дали за это? Какая ни хрена. Надо до ранчо доехать. Тогда, по идее, миссия будет закончена. Но Валентайнец стопудово уже за это дело хотят меня задернуть. Ну, я как вор авторитетный, буду откупаться нахрен в другом городе.
Чё за раньше Доусона? Куда мы едем вообще? Где она, правда, находится? Я знаю, я, по-моему, там не был. Видимо, мне надо отсидеться просто, чтобы все подуспокоилось после обтяпанного дельца. Раньше Долсонов, это там, где на меня мужик кровью харкнул. Это я так, типа, между делом должен туда заехать. Денег мне никто еще не добавлял за ограбленный банк. Тело мужа еще не успело остыть с земли, как вы снова заявились. Арчи, я ведь почти выплатила долг. Ваш муж знал, на что шел, когда брал деньги. Знаете, мне жаль, что все так обернулось. Но это был его выбор. Не я сделал этот мир таким. Не было у него выбора. Он был хорошим человеком и творил добро. И у него не было выбора. А вы все равно, что убили его своими руками, не обманывайте себя. У вас был выбор. Вы так говорите, будто на меня убийство что-то значит. Вы когда-нибудь думали о том, что где окажетесь после смерти? Надеюсь, там будет горячо и жутко, мистер Данс, иначе я буду считать, что меня надули. А теперь, будьте любезны отдать долг. Либо ты слепой, либо тебе не хватает уважения. Что из двух, парень? Я не слепой. Но к таким, как вы, у меня уважения нет. Знаешь, когда твоя мать закончит оплакивать твоего отца, я могу дать ей новый повод для траура. Подумай об этом, мальчик. Может, так оно и будет, сэр, а может случиться кое-что другое. Лучше читай свои книжки и запомни мои слова. Месть забавна для недоумков. О, мисс Даун, ваша пунктуальность выше всяких похвал. Пунктуальность ведь следует за набожностью, так? Чистота следует за набожностью. Поверю вам на слово. Всего доброго. Коллектор прям. Натуральный. Ну ладно. Ты, говорит, хоть сдохни. Но он бабки должен выплатить. А, приехал он в лагерь. $20,000 доля банды 10, ваша доля 2500. Ну, неплохо. Неплохо, 2500. Я думал то, что гораздо меньше. Давай почистим ее. Пока сырьёт, блин. Постоянно, как не приедешь куда-нибудь, лошадь вечно горит. Я ее не кормлю столько, чтобы она столько срала. Какая-то у нее неостановимый процесс, видимо. Так, смотрим, что у нас по карте открылось. Угу. И на ново. Ну, окей. Потыкали туда сразу вот на вот это вот задание. Охозия у нас. Ну, поехали к Хозии. Кстати, он не в лагере находится. Он где-то рядом. И с ним еще лошадь какая-то. Походу моя. Самогонщики, квест продолжается, я так понимаю.
Ну чё, набухались уже? Привет, Артур. Что ты надумал? Хочу продать это пойло тому, кто его сварил. Зачем? Я не знаю, что делать с таким. Они его изготовили, значит, должны знать, кому его сбывать. Чего бутылки зря пылить? Думаю, что сделка выгорит. Понимаю. Вы с Датчем просто исполняли свой гражданский долг, когда реквизировали это пойло. Теперь я исполню свой. Ладно. Мне пора идти. Не буду вам мешать. Удачи. Спасибо, Джон. Увидимся. Ладно. Датч попросил его заняться что-то связанное с лошадьми Брэдвейта. Ладно, хорошо. Так, поехали к Брэдвейтам. Оставьте самогон, короче, к этим чувакам. Что именно мы должны сделать? Это ведь тот самогон, который мы взяли, когда взорвали дистилляторы Брэдвейта. Мне кажется, что добрые люди, которые потрудились вернуть украденное, заслуживают награды, разве нет? И, как я и сказал Датч, нам пора наконец с ними познакомиться. Смотри, тут есть два клана плантаторов, и по слухам они друг друга ненавидят до смерти. Это точно, я сам это видел. У одного парня из Грея тайный роман с девушкой из семьи Брэдвейта. Но я им помогал. Уму непостижимо. Думаешь, как можно будет использовать? Даже не знаю. Не похоже, чтобы они были замешаны во всем остальном, но может быть. Но я уверен, что если мы сумеем влезть в это дело, то будем... А, то уж как и заработаем. Ах ты, крыса. Крысиная. Они, короче, взяли, тиснули самогон у них. Теперь им же этот самогон поедут продавать. Ну, только которые больше к начальнику относятся. Они его продадут и скажут то, что это другая враждующая семья сделала, напала на вас, а мы у них забрали его. И вот, пожалуйста. Такие пидоры. Бля, красиво тут. Вот тут не очень красиво. И тут не очень. А вот так вот по аллее, когда едешь, бля, прикольно. Кинопридира, ты стрим назвал неправильно. А как правильно? Что-то они тут все оравы тусуются. Маленький скромный домик, верно? Здравствуйте, джентльмены. Как поживаете? Что у вас там? Самогон, дружище. Могу я поговорить с хозяином дома? У нас не хозяин, а хозяйка. Мисс Кэтрин Брэдвейт. Могу я поговорить с ней? У меня есть деловое предложение. Я не желаю вам зла. Если вы подумаете иначе, можете меня застрелить. Ладно, ладно. Одна в доме. Поехали, чё. Ну? Чё, не едем? Мы будем за вами приглядывать. Кучер, ты все слышал? Езжай дальше. Ну, окей. Не, будет пиздос, если они реально на эту хуйню поведутся и купят самогон. Я вот не помню, как тут дальше история-то пойдет. Чего? Мы нашли кое-что. Там, в холмах. Кинопридира. Правильно, праздничный стрим в честь нюхи топ-донатера. Ну, топ-донатера нету. В онлайне он, в офлайне он получается. Но я его уже поздравил. Подумали, может, у вас какой товар? Груз выпивки. Я не стаю платить за товар, который и так принадлежит мне. Нам кажется, что это наш товар. Ведь он у нас во владении, и мы очень старались. Мы смотрели, но не нашли на него вашего имени. Расслабьтесь, я не собираюсь вас грабить. Хотя, как видно, это не так уж сложно. Хотите, заключим сделку? Вы за сколько его продаете? По доллару за бутылку. Нам... Это наш самогон. Считайте это премия нам за то, что мы его вам вернули. Иначе мы пойдем продадим его кого-нибудь другому. Иначе вы получите пулю в лоб. Ну, зачем же начинать пальбу из-за пары бутылок спиртного? Заплати ему. Угу.
Приятно иметь с вами дело. И послушайте, мы ваш товар не брали. Ну, не самовольно, нам приказали. О, я прекрасно знаю, кто вам приказал. Шериф Грей. Знаете что? Нет, я его не возьму. Собственно говоря, сэр, вы можете сделать мне одолжение, за которое я накину вам еще $10. Доставьте выпивку в рост, зайдите в таверну, которая принадлежит мистеру Грею, и раздайте ее посетителям бесплатно. Мама, цыц. Полагаю, это называется расходы на рекламу. Как скажете, мэм. Вы, ребята, потом загляните ко мне и расскажите, как все прошло. Может быть, сыграем партейку в крибидж. Следующая остановка — салон в Роллсе. Короче, скрытили самогон, бабок получили, еще его раздаем бесплатно. Чудеса. Дом и аллея из фильма «Джанго освобожденный». Ну, что-то такое похожее, в принципе. Ну и года подходящие. Да, мало ли, с какого это вот тоже может быть фильма. По-моему, что-то подобное было и в «Форест Гамп». Там он тоже в что-то вот подобном домике жил. Поехали. Доставьте самогон в салон Роудси. Ну вот что, наконец-то я продал облигации Корнелла, получил за них около 1000. Хотел взять больше, но так и тоже ничего, ведь они горячие, особенно после бойни в Валентайне. Да, совсем неплохо. Судя по всему, Корнелл потратил кучу денег на Пинкертона. Он хочет, чтобы они продолжали бороться с бандами, с такими как мы. Ого, неудивительно. Так. Это может кончиться очень плохо. У вас, значит, в этом городе уже какие-то дела. Какие-то дела с шерифом. Да, мистером Греем, именно. А мы тут влезаем в кровную вражду его семьи. Ну, что-нибудь придумать. Я не буду ни в кого стрелять. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Ну, конечно, не будешь. Ты будешь недоразвитым братцем клоуна. Поздно, на самом деле, я клоун. А ты мой брат-идиот. Просто сделай грустное лицо и помалкивай. Даже тебе это по силам, Артур. А это обязательно? Надень-ка эту шляпу. Ну да, точно. Не очень-то будет он на идиота похож. Во-первых, идиот, который управляет повозкой, это раз. У него кобура, жилетка, ну как бы... Идиот должен хотя бы выглядеть как идиот, а не как ковбой, который на себя напялил шляпу идиота. Ну это так не работает, камон. Ладно. Оттопырь губу чуть-чуть, прищурься. Превосходно. А ты? Не умеешь говорить? Ты нас уже с идиотом? Чё? Разбил медной маменьке сердце. Ничего, ничего, Фентон, ничего, не злись только. Так, мы с кляночками-то сдвинем волшебно. Прям как эти. Ай-яй-яй-яй. Прям как лютые сивари, которые пошли бутылки сдавать. Он буха тут прилично. Я думаю, можно полгорода набухать вообще запросто. Если не больше. Смотря сколько градусов у них в самогоне. Так, здрасте. Так, Фентон, спокойно, вспомни маму. Она тебя так любила. Как же жаль, что ты задушил ее в порыве гнева. Заберите самогон с повозки. Ну давай. Взять самогон. Тихо. Вот у нас тут самогонщик. Господа! Господа! Славный у вас тут городишко, мы вот только прибыли с сервера. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, я Мелвин. Это мой брат Фентон, он тихий, вы только не злите его, он слабоумный. А, странно, я вот маленьких бутылок там не видел, я видел только большие пузыри. Это раз.
Во-вторых, в этом городе сам Артур уже несколько раз светился и выполнял прямо там задания и за шерифа и так далее. Разве что они не узнают его на морду? Убил маму, только он не виноват. А вы, ребята, не хотите заработать пару баксов? Ну, конечно, хотите. По доллару в руки. Мы занимаемся рекламой, это американское искусство. Убеждать людей покупать именно то, что нужно. Даже я не знаю. Еще за доллар вы дадите нам полчаса, но что плохого мы можем натворить за полчаса? Идите, потратьте их на что-нибудь приятное. Идем, Фентон, просто раздавай выпивку. Зайдите за барную стойку в салуне. Ну, понятно. Халява, сэр. Кто откажется от халявного бухла? Че, надо туда идти? Пошли. Господа? Господа? Меня зовут Мелвин. Это мой брат Фентон. Он немного с приветом, зато выпивку легко разливает. Следующие 30 минут в этом баре, в этом городе, все пьют бесплатно. Условие лишь одно. Вы должны выпить все до дна. Так что поспешите, пусть старина Фентон поработает. Но только вы его не злите. Мама его как-то разозлила, и мы похоронили ее, бедняжку. Фентон, у меня одну. Стакан. Налить из бутылки, поднять выпив... А, подать выпивку. Разве умственно отсталый не должен двигаться медленно? Мистер Грей этому не обрадуется. Фентон, бери еще бутылку, тут всем впадет. А где моя? Фентон, ты хороший человек, хороший, не слушай своего брата. Ну конечно. Кто откажется от халявного пойла? Эй, давай сюда парочку. Они все нажраться, короче, не могут. Выпивка за счет доведения. Жена меня убьет. Я просто вышел за молоком. Ну же, Фентон, они хотят выпить. Давай, говорит, не останавливайся, но мы сейчас весь город и набухаем, короче, это понятно. Пейте, пейте. Это налетчики из Леймана. Добрый вечер, господа. Не желаете выпить? Вы? Я. Это же вы, гаденыши, сперли самогон, который мы хотели продать. Господа, мы просто рекламные агенты. Проходите, садитесь. Это же наше пойло, что от меня. Мы искренне, парни, разберемся с ними. Понятно. Опять мочево. У него патронов должно влезть, чтобы он подох. Где еще один? А, это ты что, тот даже не подох? Падла, ну он сейчас опять встанет. Но теперь уже не встанет. Так, молодчина, Артур. Это хорошо, но... Вот так вот. Где еще? Из-за тумана плохо видно. Идите, заходите наверх, чтобы скрыться.
хуя я там уловку его дернул вообще жестко. Так, это где нация, где не нация? Блять, листочек мешает. Все. Где-то еще один. Ладно. Не время, видимо, разбираться. О, прыгните в полоску. Че не прыгаете? Быстрее. В чем дело? Ну же, Фентон. Вот и уехали. Я нас отсюда вывезу. Они не успокоятся, да? Сюда они выбрались через черный ход. Ну да, прилично. У меня тупо, да, у меня здоровья не хватило. Вообще надо два ствола доставать. А то чем мы там и с одним? И без шапочки. Надо шапочку было одеть, конечно. Почему-то у меня не хватает здоровья. Надо, наверное, похилиться этому. Они там тупо стояли на дороге. Ждали, пока я поеду. Блять, прицел мотыляет. Вот по лошади его мочи. Ну да, как-то я точно попаду. Надо что-то сожрать. А херушки это не работает. Норм. Он там хорошенько долбанулся. Чё там, тот впереди еще? Попал. Целебные, да-да-да, целебные средства. Блять, я не успел чуть-чуть. Пару секунд буквально, чтобы он его просто принял, но чтобы до желудка дошло. Ай, блядь, чуть-чуть. Ну понятно, сейчас сделаем. Прицел мотыляет, сложно попасть. Тут, конечно, и карабинчик бы пригодился. Так, минус один. Да, блять. Мочат и мочат. Ain't gonna let this go.
почему я не могу воспользоваться хилами никакими вообще? Первый попал мне. Мудила, он просто споткнулся сам. Второй подох самостоятельно тоже. Блять, ты дохнешь, нет? Так, ну поезд проехали. Сейчас здоровья побольше немножко. Но они тут сами себя выпиливают, потому что... Блять, я чувака случайно завалил. Че, там впереди еще. Сами, да? Чем-нибудь, нет? Все вроде удрали. Ты их видишь? Да вроде нет. Бог ты мой, это все из-за пары бутылок? Думаю, они просто не хотят мириться с конкурентами. Ладно, все в порядке. Ага. Отговори меня, если я внезапно решу заниматься этой... рекламы. Ага. Ты не думаешь, что эта женщина нас подставила? Нет, это вряд ли. Может быть. Очень странный город. Да, я часто вижу этих парней. Местное ополчение. Явно не в восторге от новых конкурентов. Я скажу, потолкую с мамашей Брэдвейт. Зачем? Мы кое-что зарабатываем. Сундук снова наполняется. Медленно, но верно. Меня не покидает мысль, что нам лучше уехать подальше и залечь на дно. Но для этого нам потребуется гораздо больше денег, чем у нас есть. Ну что ж, я пойду отнесу из старухи Брэдвейт пару бутылок самогона. Ну, скажем, знак примирения. Ага. Неплохо повеселились, Фентон. Мы еще сделаем из тебя актера. Я пойду поговорю с Дачи. Пять вагон народу положили, просто чтобы... просто чтобы поубивать. Ну, что скажешь? Насчет чего? Про достойных людей, которые живут в этом городе. Они такие милые. Именно. С одной стороны, семья Греев. Шотландцы, дегенераты, пьяницы. Местные служители закона. Нарочно не придумаешь. Богаты, как крест. А с другой стороны, их заклятые враги. Брэдвейты. Самогонщики, лицемеры. И по всем сведениям, купающиеся в золоте. И посреди всего этого, кровосмесительная постановка Ромео и Джульетты. Именно. Так что вы думаете, парни? Ограбим и тех, и других. Ну, логично. Ты уверен? А почему бы и нет? Хотя бы потому, что за нами гоняются законники трех разных штатов. Неприятности нам совсем не нужны. Но без денег тоже никуда. А здесь у нас есть возможность обтяпать хорошее дельце, так чтобы этого никто не заметил. Потому что даже без нашей помощи эти кретины все равно рано или поздно друга перехерачат. Я нашел навестить ту старуху. Хорошо, этим определенно должен заниматься Холли. Шона я тоже отправил в особняк Брэдвейтов. Ты можешь встретиться с ними. Или присоединиться к Джону с Хавьером, они пошли к Греям. Что насчет породистых лошадей Брэдвейта? Как мы вообще умудрились втереться в доверие к Греям? Шериф Грей любезно замолвил за нас словечко перед отцом. Это дело не хитрое. Мы убедим обе семьи, что мы на их стороне. А потом всех их ограбим. И когда они поймут, что это сделали мы, а это, ну, мы будем уже далеко. Считай, что это месть за моего папашу. Месть? Да, я не собираюсь им мстить. Особенно за то, что произошло давным-давно. Ну, каждому есть за что поплатиться.
А теперь, Артур, прошу меня просто извинить. Мне нужно написать письмо. Так, нужно, короче говоря, вернуть, так сказать, себе утраченные патроны. Посмотреть, что нам надо в Валентайне заплатить, сколько бабла, чтобы... А вот меня в этом Валентайне сколько? 120 долларов всего. Ну, немного, но тем не менее, платить придется. Поблизости надо где-то это сделать. Так, у нас что еще? Побочки есть какие? А вроде нету. Придется, по идее, смотаться вот сюда, на почту, потом вернуться обратно. Как-то так. Ладно, это не очень долго. Потом там что-то этот... Джон какое-то задание придумал. Так. Ваша лошадь не смогла нас найти. Выйдите на открытое пространство и свистите еще раз. Ну давай так. Лошади нет. Ну-ка давай в загоне. Вернуть лошадку. Да. Все. А лошадь на месте. Сейчас надо пожрать чай. Шесть тысяч бабла, нормально так-то. Разжились потихонечку. Жареное мясо. Нормально. Сожрем лягушечку. Короче, приходится, да, ездить откупаться, потому что косячить-то он косячит, конечно, но деньги он тоже с этого немножко поднимает. И чтобы во время прохождения какого-нибудь задания меня менты не сцапали, надо бы все-таки откупаться периодически. Сначала выполним задание за Джона Марстона, потом, наверное, за Хозби, а потом за Дачи. Дачи, скорее всего, Грэем пойдет. Хозби у Брейтвейтов, а Марстон какая-то другая, какое-то другое задание. Он ночью живности бегает под копытами, а? Ты смотри. Новый Ганновер. Награда тоже 120. Подожди, а Валентайн к Ганноверу относится или это отдельная херня? Ладно, сейчас по идее список городов, где я накосячил и разыскиваюсь, он должен быть сразу же весь на виду. Ну вот единственное приличное, где я заработал бабла. Сейчас, секунду. Где я заработал бабла, это за ограбление банка. За остальные задания не больше там 200-500 долларов давали. А тут прям за ограбление 2,5 штуки.
По-моему, если я не ошибаюсь, ничего мы особо больше этого. Ничего больше мы особо такого покупать не будем. Ну, покупать. Больше ничего такого вроде особо грабить мы не будем. Доход будет с чего-то другого. Почта у нас где-то рядом с железной дорогой. Там на станции. Где-то здесь еще наверху в лесу мужик орал, попавший в капкан, но его уже теперь нет. Может, появится. Так, ну вот мы и добрались до почты. Тормози, тормози. Короче, она тут, по-моему, не остановится так. Так, выплати штраф. Косячил, теперь плати. Значит, у нас Валентайн к Ганноверу относится. Понятно. Все, теперь можно со спокойной душой дальше грабить и убивать. Побочек никаких, поехали к Джону. Джон Марстон. Нацелишься. Канина на ужин. Дач велел вам встретиться с Джоном и Хавьером у Греев. А, мы все-таки Греем пойдем, да, самостоятельно. Это как-то связано с породистыми лошадьми Брэд Уэйтов. Блять, я метку не поставил. Сорянчик. Короче, мне придется и там побывать в любом случае. Серьезно, тут тоже почта была. Понимаете, что она не показывалась? Ай, любошники. Короче, надо запомнить то, что рядом с лагерем почта есть. Чтобы косяки свои оплачивать. Странно, фигня. В некоторых городах это, ну, какие-то, скажем так, услуги есть, какие-то нет. Стой. Ну, полезно, полезно по карте покататься. Подобные активности посмотреть. Это у нас за... Ты ведь не золото ищешь, а? Потому что место занято. Поговорить. Ладно, не буду тебе мешать. И все? Так, вот и счастливое ведро. Ну давай, покажи, что у тебя есть. Мы его уже один раз встречали, он просто помыл все это дело, вымыл золото. Нашел там слиток и удрал. Я сказал, место занято, приятель. Давай, выметайся. Разрядить обстановку. Че он нервничает? Может, он пизды захотел? Короче, пошел, наверное, в жопу.
чуть ближе. Ему даже ничего не делаешь, с ним не разговариваешь. Он уже типа выметайся. Аж провоцирует специально. Не помню, что за задание там с Джоном. Это насчет лошадей. Девельфо от bmd.gg. Добрый день. Здорово, Вольфу. Так, Джон у нас не в лагере, он уже там, получается, за городом. Это еще чуть дальше, получается, лагерь пилить. В городе надо посмотреть. Давай-ка мы отметочку поставим, чтобы в городе я глянул, купить надо патронов. Это, конечно, закрыто. Но давай-ка мы попробуем затариться, пока доедем. Что там по времени? 4 часа. Ну, может быть, оно в 6 открывается. А то так что-то катаюсь, а патроны заканчиваются потихоньку. По-любому же самый такой попадос, когда, блин, какая-нибудь перестрелка, и у тебя тупо патроны заканчиваются. Лошадь местами же тебе никак не позвать, чтобы взять у нее там карабин тот же самый или еще что-то. Иногда тебе этого просто не дают сделать. Ну хотя бы по дефолту у тебя остаются те же самые два пистолета, которые у тебя всегда с тобой. Но другое оружие он почему-то прям постоянно намеревается в лошадь запихать. Карабины, дробаши и так далее. Это подонок из текста, захвати Shady Bell. Че за кипиш? Блять, и лошадь взбесили. Стой. Он же дач просил не косячить. Валим нахрен. Да ёб твою мать, ну давай ты еще здесь сдопнись. Вали быстрее. Я не знаю, насколько правильно я сейчас поступаю, но по-моему лучше не агрить этих чуваков. Дач просил не стрелять по людям, потому что это все типа может навредить. Хотя по идее их всех перемочить самая тема. Ладно. Вы не можете использовать оружие, чинить беспорядки в Роудсе. А вот там Роудсом считается, где на меня только что напали. Тут буквально-то ехать вон. С горы спустился и типа все. Я не знаю. Че у нас оружейник-то открыт, не? Бля, пока закрыт. Ну и че, когда это все откроется? С 15.6. Ну давай подождем.
А можно пока что-нибудь жрануть, короче. Что-нибудь. Мне, в принципе, что-то элементарное достаточно. Правда же? Да. Ну вот, просто... Не, подожди. Яблоко, конфеты. Плитка шоколада. Да вот крекеров хоть до хрена. Давай еще крекеров сожрем. Идет. Можно я лошадку угостить. Корми. То есть скоро срать будет нечего. Вот, слюбительница. И почистим заодно. Ну, как раз и пушки открылись. Та-дам! Давай покупать. Кстати, вот о чем я и говорил, это тот самый мужик, которого... Помнишь меня? От которого пацана держал. Мне приятности не нужны. Просто посмотреть каталог и все. Окей, now let me see. Боеприпас. Да. Давай. Закупаемся. Еще. Угу. Тут все. Дальше. Дальше. Ну, в принципе, я кроме этих, как его, кроме револьверов-то ничем и не пользовался. Содержание аксессуара, давай глянем. То же самое. Ну, не густо тут аксессуаров, револьверы. Мне почистить бы стволы, а то что-то как-то я не знаю. По 5, по 6 патронов надо вхерачить в чувака, чтобы он подох. Какие-нибудь борзые есть? А, все, карабины пошли. Такое себе. Так, ладно. Надо сейчас отсюда выйти. Very nice. Осмотреть, приглядеться. Чему приглядеться? Просто... Ладно, не будем дергать. Я думаю, то, что за него какой квест уже выполнен, типа. Второй раз он вряд ли будет пацана держать в заложниках. Так, оружие. Вы не можете чинить беспорядки. Да я не беспорядки хочу чинить, но ёпт. Блять. Просто хотел пистолеты почистить. Вот, в жопу. Так, еще какая-то побочка тут. Ну и что тут, кто тут? Вот этот, наверное. Кто такой? Незнакомец. Ну давай. Что такое с вами, мистер? Мне уйти? Что? Я сел в неположенном месте, не понял. Я не хотел никого оскорбить, сэр. И не понимаю, о чем вы. Мне очень жаль, сэр. Всего вам хорошего. Я извиняюсь, но если по незнанию я что-то нарушил. Вы пьяны, сэр? Нет, сэр. Совсем нет. А почему тогда ведете себя так странно? Я не нарочно. Простите, если я вас оскорбил. Как бы вы могли меня оскорбить? Понятия не имею. Но чем я оскорбил тех людей, я тоже не знаю. Они ведь в назидание отобрали у меня повозку. Забрали повозку, потому что вы их оскорбили. Полагаю, это их возмутила моя врачебная практика. Я помогал людям, и это кому-то не понравилось. Я сбивал цену конкурента. Или я был недостаточно, или слишком раздражался своим видом. Или я был пришлый всезнайка из города, унижавший местных своих заумной речи. В чем именно заключалось мое прегрешение, согласия, понятия не имею, поэтому меня просто разорили. Это некрасиво.
Таково было и мое впечатление, и все же, в сравнении с потрошением, кастрацией, выбрасыванием из окна и распятием, которое они мне грозили, я довольно легко отделался. Ребят, богатое воображение, да. Но моя медицинская практика пришлась им не по вкусу. Я излишне свободно делился своими знаниями. И откуда, куда эти ребята отправились? Они ушли по дороге в ту сторону. Подожди здесь. У меня, признаться, нет выбора. Пожалуйста, не подвергайте себе опасности из-за меня. Ага, значит, короче, докторишку странной наружности. Вы ищете в фургон того парня? Говорят, они повезли его в Мэкомс Энд. Ладно, спасибо. Докторишку странной наружности, короче, обнесли. Ай-яй. Это немножко неверный маршрут. Блядь, ну чувак. Вы еще мне за него предъявите. Не, норм, повезло. Сука, не на дорогу надо смотреть и не сбить никого. Еще и субтитры читать. Ладно, поехали, вернем повозку. Я думаю, даже можно немножко сократить путь. Чтобы это хрена времени не занимало. Подожди. Предметы, лошадь. Пока нельзя, короче, да? Да, это мы еще до сих пор в роупсе. Угу. Болото? Да, потом. Но теперь-то я не в роуте. Наконец. Уход за оружием, да. Давненько мы его не чистили. А может сменить ракурс, целиться, почистить. Давай почистим. Вот только как повысить у него остальные статы, интересно. Это же можно сделать. Модифицировать логичнее предположить, конечно, но я вот как-то не особо модификации заметил. Тут можно, кстати, причем прилично урон поднять. Ладно, куда пишем? Далеко? А, нет, тут. Можно, в принципе, даже чуть-чуть подсократить. На повороте. Совсем уж в воду не полезно, но... А можно немножко покороче объехать. Прямо, да, прямо через мост нормально будет. Бля, это, наверное, глубоко. А-та-та-та-та. Берег высокий. Ну ничего, кстати, лошадь выдержал. Нормально. Найдите повозку доктора. Давай-ка мы карабинчик возьмем. Вот она. Залезьте в повозку. А что тут, типа, стрелять не по кому? Ее же не просто так она стоит.
Вот, пожалуйста. Только не вижу, кто стреляет. Слушай, а неплохая винтовка. Все? Нет, вот еще. Где-то он тут, падла. Нет, надо за другое дерево встать. Ну? Блять. Самостоятельно он вряд ли мог подохнуть. О. Драться задумал, ну давай. Блять, не думал он драться. Так, надо ныкаться. Где этот крендель? Почему они прячутся как цели? Если вы все поняли, то я пошел. Юморист. Так, надеюсь, карму не попортит. Оружейное масло. Раз я только что две штуки потратил. Так, где он? Все, вижу. Обносит. Серебряные карманные часы. Кстати, да. Надо будет в общак немного бабла скинуть. Карму поднимем, да и им, наверное, пригодится. А то тут у меня барахлишко что-то до хрена собралось. Еще, по-моему, патронов надавали больше, чем я потратил. Раза в два. Хотя у меня максимально было. Оружие на вас. Ну все, отлично. Доктор Ринаус. Давай, поехали. Конечно, резон было бы еще в домах порыться, что-то поискать, но ладно, хрен бы с ним. Кстати, лошадь, лошадь, лошадь. Лошадь. Мы ее не будем там оставлять. Пускай за нами идет. А то я сейчас окажусь без повозки и без лошади в городе. Главное потихонечку, не деформируясь, доехать. Здесь никакая падла не решит меня еще по дороге ограбить. Приближается дирижанс, да блять. Вы че, угораете? По 10 метров не дают отъехать, чтобы, блять, никакая сука на меня не напала. Давай что-нибудь сожрем. Есть такая возможность? Да вроде есть. А то что-то меня коцают и коцают. Нормально. Оленинки заебенил себе на ход ноги. Знак вообще бронебойный просто. Скорее телега сломается, чем знак. Странно.
Ну, почти в городе. Недолго еще. А не, нихера, это раньше чье-то. Блять. Засмотрелся на карту. Теперь, наверное, надо придется лучше подождать, да? Нет, подожди, может, мы сейчас его тут обгоним, как раз более ровная местность. Все. На меня никто, по идее, не должен напасть, потому что, ну, тупо запрещено. Ну чё, где доктор-то? Блять. Я там бочки тоже бронебойные. Вот здесь говно лошадиное на бронебойное. Нет, нормально. Два раза чуть повозку по дороге не ушатал. Смотрите, кто у нас тут. Я и не рассчитывал снова увидеть этот фургон. Да и тебя, не так вот, ты не увидишь только тех, кто у тебя его забрал. То есть они не единственные невежественные нахальные разбойники в этих краях. Ну ладно, буду надеяться на лучшее. Никакого беспокойства, верно? Нет, это было удовольствие. Но позволь дать тебе кое-что за твое удовольствие. Что у нас тут? А, может, вот это? Дай человеку настойку, и он будет целый день здоров. Научи ее делать, и, возможно, он будет здоров чуть дольше. Я непременно постараюсь это изготовить. Спасибо. Спасибо, от хронической болезни она не поможет, но, возможно, их у вас и нету. Если встретите меня еще раз, если вам что-то нужно, непременно подходите. Приятного вам пути. Та-дам! Короче, заработали просто рецепт какого-то лекарства. Давай осмотрим документ. Особое лекарство. Читаем. Женьшень, тысячелетник, агератум или молочай. Как изготовить? Тонизирующее средство содержит тысячелетник. Его употребляли еще древние греки. Прокипяченная смесь тататататан, индейцы называли снадобья жизни. Применяли для лечения простуд и лихорадок, общее укрепление организма, исцеление ран. Китайцы используют как обезболивающее, тонизирующее. Короче, хилка обычно. Понятно. Убираем. Такое себе, конечно. Я чисто это из-за кармы делал. Давай, где? Несется. Вечно где-то в ебенях тусуется. Так, Джон. Где у нас Джон? Блин, тут еще опять какая-то активность, походу. Но нам нужен Джон. Вот так. Как раз и мимо проедем этого какого-то чувака. Залезай. Ну это не квест, ничего, по-моему. Он где-то тут базарил. Вот исчез. Я ищу своего друга Гевина. Угу. Не встречался этот чел, он просто ходит между городами. Я потерял друга. Помогите мне. Он ходит между городами, ищет какого-то Гевина.
Послушайте, вы не видели? Я ищу своего друга Гевина. Боюсь, не знаю такого. Англичанин, чудный парень, он пропал, и теперь я совсем один. Удачи в поисках. Все? Что ж, очень жаль. Странный дядька, короче, я его встречал. Он ходит между городами, причем на большие расстояния. Ночью, по-моему, я его не видел, но встречал днем его часто. Он орет, Гевин, короче, ходит вот так вот. И... Я себе места не нахожу, Гевин. Он где-то его постоянно ищет, но я не знаю, где его найти. Что это за чувак и как он выглядит? Возможно, этот тот чувак, который на привязи у оружейника сидел, но не факт. Я у него даже не спросил, как его зовут. Ладно, поехали по сюжетке. Камина на ужин. Я могу вам чем-то помочь? Я ищу тут своих деловых партнеров. Они должны были назначить встречу по поводу лошадей. Тип со шрамом и мексиканец? Да, сэр. Они у конюшни. Спасибо, прекрасного дня. Можно и вот так вот на конюшню идем проехать. Что-то они замыслили, задумали чего-то. Не помню этого задания про лошадей вообще в упор. Что они хотят? Может потом что-то вспомнится. Две телеги заряжены уже. Послушайте, мистер, мы хорошие люди, как и вы. Вы меня не знаете, вы заявились к нам в город. Начали помогать всем. И у всех начались неприятности. Кто вы такие? Вы знакомы с моим партнером Артуром Морганом? Нет. Я знаком с вашим сыном, шерифом. Хорошо. Мистер Грей тут рассказывал, что у него были проблемы с одной семьей. Семьей дегенератов. Конечно, кто же любит дегенератов? Это ведьма и ее выродки. Это кто из них в этом округе? Дядю моего они тоже убили. Так нельзя. Проблема в том, что нам нельзя было замешанными в таком деле. И? У нас есть золото, Янки. У нас есть золото. Но я не Янки, приятель. Я вообще никто. Мой папаша приехал сюда из Шотландии. Я сам шотландец. А брат Уэйди? Проклятая деревенщина. Я не знаю. Шавки. Совокупляющиеся с рабами. Про них с одного взгляда. Сколько золота? Достаточно. Речь идет об очень ценных лошадях. За них вам дадут 5000. За лошадей. Ладно, легко. И где мы их продадим, этих лошадей, за 5000? В бухте Клеменса. Там есть один малый, он отгонит их в другой штат, а даст вам 50 центов за каждый доллар. Мы согласны. 5 косарей, получается, 2500 мы за них получим. Только не упоминайте наше имя. Да мы и так нигде не упоминаем, что воруем лошадей. Понятно. Следуйте за Джоном. По идее, чтобы... Задание в том, что просто отогнать лошадей или надо их еще украсть где-то. Ну, музычка такая нагнетающая, как будто мы их едим воровать именно. Старый дурак. Это ты еще старуху Брэд Уэйт не видел. Поздно, что нам собирались доехать к Брэд Уэйтам. Вы их не видели? Пока нет. Если они уже там, им лучше вести себя потише. Дело и так непростое, не нужно его усложнять. 5000 долларов за лошадей. Мы все эти годы обкрадывали не тех, кого нужен.
Да, но он в этом ни черта не смыслит. Но если мы получим хотя бы треть, то игра будет стоить свеч. Так что будем делать? Там много охраны, так что пробиваться туда нет смысла. Притворимся, что хотим что-нибудь купить. Трое вооруженных людей. Ты бы тоже взял стол, если собирался потратить $5000 на лошадей. Но нужно пройти с черного хода, чтобы избежать ненужных вопросов. Я не знаю, самая дорогая лошадь в игре, это стоит она косарь. Тоже за лошади, они что-то золотые, что ли, может, за 5 штук. Осторожно, там охранник. Я поговорю с ним, хорошо? Что ж, ладно. Что вам угодно, джентльмены? Да, мы здесь по поводу лошадей. Лошадей? Да, нам была назначена встреча с мистером Брэд Уэйтом. Первый раз об этом слышу. Наш партнер хотел инвестировать значительную сумму в здешние конюшни. Но, возможно, нам стоит обратиться в другое место. Ну, я... Ладно, идите к конюшне. Кто-нибудь вас встретит. Что-то пока непонятен замес. Глава одной семьи отправляет в другую враждующую семью украсть у них лошадей и продать их. Действуем спокойно, без фокусов, спешить ни к чему. Мы не хотим привлекать к себе внимание. Походу надо украсть этих лошадей, я так понимаю. И потом продать. Мы получаем с 5 косарей 50%. То есть 2500 на троих. Вроде как. Так, кажется, конечно, впереди. Не суетимся, шума не поднимаем. Подъедем к главному входу, оставим лошадей там. Над своих бы еще не забыли. Так, привяжем лошадей тут. А что, если я свои не буду привязывать? Ну, чтоб потом мне ее позвать. Может, потом без транспорта останемся? Приблизитесь к конюху. Да, нормально, можно не привязывать. Здорово, хер. Говорим. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Надеюсь, говорят, у тебя есть лошадь. Лошади у нас всегда есть. То есть хорошая лошадь. Друг, я не понимаю. Да ладно, все ты понимаешь. Слушай, приятель, я не пошел бы ты отсюда. Ты, твой друг со шрамом. Не люблю чиновников. Мы не чиновники, мы заводчики. Ищем коней для разведения. Ну же, приятель. Ладно, пошли. Что-то как-то он быстро сдался. Ну, окей. Здесь в основном их можно купить или взять на прокат. Если вас это интересует. А что вас интересует? Мы представляем знаменитую конюшню. Привет. Да, да, Влад. Они официально. Устраните конюха, не поднимая шума. Угу. Да, Влад, повыв. Как дела? А дела отлично. Настроение, как говорится, боевое. Закройте лицо банданами, нам не нужно, чтобы нас узнали. Ну давай. Давай, предметы. Бандана. Не хотелось бы конюху этого мочить. Я беру белого, вы берите те двоих. Хорошо. Короче, каждому по коняшке, да? Спокойно, парень. Давай, успокаиваем лошадь. Я думаю, надо будет... Привяжи лошади к карьеру. Мы ее просто пока ведем, седлать пока не будем. Да, Влад, повыв. Почему стримов Вера позавчера? Меня перекинули в другую смену, короче. Планы немножко изменились. Так что вчера у меня не получилось. Позавчера, получается. Вчера я тоже работал. Сорян. Народ болеет, смены меняются.
То там надо подменять, ты здесь. Так, валим. Но я хотя бы на свою лошадь залез. Слава богу. Ну вот эти пешеходы, как бы, они пока особо не так. Доставляю. Да нет, сейчас выкрутимся. Фургон охраны, какого? Бля, вижу. Да, и хера в два какого-нибудь хотя бы попасть. Ну, одного я попал. Чё? А где погиб? Ну, зашибись. Ладно. Короче, давай-ка мы, блин, надо по возможности всех отстреливать. Вторая миссия заставляет на это во время езды стрелять. Так, давай чуть-чуть в объезд. Вот так. Блять, и замедление не включить. Надеюсь, Хавьер опять не погиб. Так. У нас ребята петлять начинают. А, блядь, я не могу прицелиться. Вроде норм. Пока что. Похоже, мы оторвались. Похоже. Берегись. Так. На скидку чисто стрелял. Ну, попал. А, блядь. Попал. Не, нахер. Сейчас опять будут лететь. Надо как можно быстрее отогнать лошадей. Давай-ка мы. Черт, один из лицов вырвался. Точнее, дальше я его поймаю. Может, крикнуть на него просто. Так. Убираем оружие, чтобы его не завалить случайно. Успокоить. А чё твой изи, он похер вообще. Так, давай, наверное, подойдем к нему. Тихо, успокаиваем, успокаиваем. Я вам до заповедя схватить. Ну, так, чисто изучим лошадку. Арабская. Тоже арабская, кстати. Чё они сорут-то постоянно? Бесконечно. Чё, он успокоился? Вести. Веревку он в руки не взял, но как будто бы взял. Так, ну и чё, мне... Он со мной побежит? Не совсем понимаю, что от меня требуется. Он со мной пойдет? Да не похоже. Так. Так.
вести по главе, ну, допустим. Надеюсь, моя лошадь меня не приревнует. Пока седлать ее. Нет, нормально. Тогда зовем свою. Все, моя точно за мной пойдет. Я просто думал, что он как-то может ее, допустим, схватить за поводья и просто ехать как бы с ней. Ну, тут Хавьер только что вообще четырех лошадей пер. Трех лошадей пер за собой. А тут этот одну даже взять не может. Ладно. Отлично, ты его поймал. Бухта клемится вон там. Ладно, пора за дело. Но эти лошади хотя бы более послушные, чем у меня до этого, ну, когда я свою лошадь ловил. Они похожи на тех, кто может заплатить 5000 за лошадей. Увидим. Вот этим чувакам. Подойдите к скотокраду. Сомневаюсь. Ага, приготовим стволы, я думаю, да? Сейчас еще, возможно, перестрелка начнется. Парни, чего вам надо? Говорят, вы платите хорошие деньги за лошадей. Да, папаша, мы купим практически любую лошадь. Да ну. Ага. Я Клайд Дэвис, а там брат Клайд. Да, завтра стрим. Я вот думаю просто, во что играть, в РДР или Бэтмена вторую серию. Пока не знаю. Потом еще в пятницу будет вроде как стрим, пока точно обещать не буду, но скорее всего будет кооперативный стрим. В пятницу по Left 4 Dead. Втроем или четвером будем играть. Посмотрим еще. Короче, вот сегодня РДР. Завтра либо РДР, либо Бэтмен будет вечером в 6. А послезавтра в пятницу. Думаю, часов в 6-7. Скорее всего, будет Left 4 Dead, либо Left 4 Dead, короче, кооператив, либо РДР. Посмотрим, как получится. Джон, Артур, Хавьер. Ты откуда вообще? Кубинец? Нет, не люблю кубинцев. Вот как? Может быть. А тебе какое дело? Ты же не кубинец, а может, я люблю кубинцев. Смешной ты. А он смешной. Скажи смешной, Клайд. Клайд, не разговаривай. Мы близнецы, только я родился первым. А он вылез уже каким-то посиневшим. Вот так он, парень, ничего. Ага. Да, я этих лошадей знаю. Они не ваши. Вы мне нравитесь. Я дам вам за них 650. Мне сказали, что за них можно выручить до 5000. А мне сказали, что луна сделана из сыра. Только нет в этих словах правды. Не крупицы. Ладно, вы мне нравитесь, парни. Но у меня при себе не наберется больше 700. Садимся на этом. Или хотите отвезти их? Где вас уже тут же повесят? Нам нужно больше денег. Больше у меня нет, папаша. Вот, хочешь, бери, а нет, так нет. Хорошо, ну ты кретин, Марса. В наших краях 5000 ни у кого не будет, парни. Но приятно было познакомиться. Еще свидимся, надеюсь. Пошла. Закрывай ворота, Клайв. Так их развели просто. Им обещали 5 косарей, а дали 700 долларов, серьезно? Поверили небылице, рассказанной нам одним из этих Греев, и решили, что можем сказочно разбогатеть. А в итоге просто оказались редкостными идиотами. Так-то да. Вы можете продавать лошадей Клею и Клайву в бухте Клеменса. Они заплатят за краденных лошадей больше, а за купленных меньше, чем в конюшне. А, у них, короче, дешевле можно хорошую лошадь взять.
Ну и, собственно, диких лошадей им тоже таскать можно. Окей. Но я не буду этим заниматься. Что надо? Пошла. Так, надо, короче говоря... Доброе утро. Да и вам не хворать. Надо бабок, короче говоря, скинуть в казну. Что всем надо от меня? Как будто 100 лет не виделись. Так. Пожертвовать, да. Тут что-то лагерь бедноватый. Дать предмет. Давай мы. Оп-оп. Раз. Два. Три. Четыре. Выходим. Получаем карму плюс. Жертвуем еще. Предмет. Раз. Два. Три. Четыре. Выходим. Получаем карму плюс. Лучше отдавать по чуть-чуть, но получать больше кармы. Чтобы потом, если что, бесчинствовать на дорогу. Ладно. Это чуть-чуть побольше времени займет. Зато пользы больше. То есть у меня побрякушек всяких примерно еще, блин. Ну, давай какую-нибудь сумму им пожертвую. Ну, допустим, не знаю, здесь 12 было. Карма плюс? Мало. Жадные сволочи, а какие? Давай предмет. Раз. Два. Допустим. Карма плюс? Нет. Видимо, определенное количество раз только можно это делать. Ну, чтобы ты не заигрывался и тупо с одного и с одной делюги сразу же тебе себе всю карму не поднимал. Типа раз в сутки можно своими деньгами поднять карму только. Я думаю, так. Так, ладно. Задача, как обычно, мы будем выполнять последние. Последнюю очередь задания, потому что у него считаются самые основные квесты. Пойдем к Хози. Блин, тут чувак появился. Ну, фотограф. Я думаю, фотограф подождет. Давай к Хози. За него сделаем квест, а потом, наверное, к фотографу. Думаю, так. Чё? А это у нас повар, как обычно, с женой ругается. Лошадь, иди сюда. Айдер Кореен. Уилла. Салют. Как говорится, хеллоу. А что за Хози там, интересно? Подожди. Уходит ли там какое-то задание? Если мы с Греями разобрались, то Хози поехал у нас дачу или да, Шоном и Брэд Уэйтов. Они пытаются втереться в доверие. Угу. Ну, скорее всего, да, за одну семью одно задание мы выполняем, за другую семью другое задание.
И потом задача, чтобы их грабануть вместе. И свалить. Если это так, тогда, короче, получается, в этой местности у нас будет задача, самое крайнее задание. И from Iraq? Ирак? Далеко. I'm from Russia. Но они, кстати, поприкольнее все-таки. Нравятся мне эти деревья. Так, здорово. Здрасте. Я приехал к мисс Бретвейт по делу. Мои друзья уже внутри. Ну и все. И рассосались. Че пиры сраны? Все, до свидульки. Вот это задание что-то по-более-менее припоминаю. Пожалуйста, заходите, сэр. Сюда, сэр. Ну, к вам пришел джентльмен. Значит, этот ваш друг, второй торговец спиртным. Здравствуйте, мэм. Привет, Артур. Мы тут просто играем в криббидж. Артур Морган, мисс Кэтрин Бретвейт, рад снова вас видеть. Я вижу, так, значит, ты прям такой здоровый и тупой, каким кажется. Ну что, здоровый, это правда. Но вот интеллектуальные способности вопрос спорный. Некоторые говорят, но я считаю, что он не настолько тупой. Так что, эти парни поедут в коллеги, хо. Разумеется, это не будет сложно. Не хотелось бы показаться. How are you? I'm fine. I'm fine, thanks. Погнали. Деньги у нас есть, мистер Мэттис. Банкноты, облигации, металл. Она не будет выписывать тебе чек безмозглой янки. Поистину нет чуда удивительнее, чем деторождение. Выходит, женщина способна произвести на свет обезьяну? Залезай, я все расскажу по дороге. Снова много-много субтитров. Но они хотя бы объяснят, в чем замес задания. Айдер Корея. Ладно, и пора зайдем. РДР-2. Yes. Финиш. Почти. На середине. Даже 5. Сколько там? Я не помню, сколько у меня процентов пройдет. Я даже не могу посмотреть. 39%. Вот имперсот, короче, получается. Он забрал все, что я тащил. Эту серебряную ложечку затолкаю ему в рот. И вытащу из задницы, напыщенная сволочь. Ну ладно. Так что она от нас хочет? Она хочет, чтобы мы спалили табачные плантации Греев. Сказала, что там уже несколько недель. Засуха, по-моему. Ну да, причем с помощью того самогона. Это зелье горит сильнее, чем кератин. Она сказала, что так будет подобающе. А я думаю, что подобающе будет приложить мой сапог к твоему крючковатому носу. Ози, я нашел себе достойную компанию для чаепития в этом поместье, а? Он, как обычно, втирал людям очки. Он считает, что одна из этих семей где-то припрятала золото. Лично я не против того, чтобы грабить богачей. Но после всех этих мучений захотелось бы все-таки получить какие-нибудь деньги. Хозя знает, что делает. Знает ли? Он просто пустозвон. Так. Залипание клавиш. Сорян. На shift до хрена раз нажимаешь, и он у тебя... Залипание клавиш, короче. Айдер Корея. Ну, я не знаю, что это такое, короче, но Айдер Карим прислал нам какую-то ссылку. Я не знаю, что это такое. У меня там какие-то иероглифы в основном.
Хотя нет, не рубли. Ну, это ссылка на какую-то херню. Давайте мы просто туда поедем, да? Не бойся, у меня есть план. Туда все время заезжают повозки. С припасами, снаряжением, деньгами. После того, как они наняли еще работников, мы притворимся, что просто доставляем груз. Доверься мне, я даже собаке могу зубы заговорить. Ну ладно. God damn it. Короче, едем сжигать табачные плантации. О, какой-то... А, ну, у семьи Грея. То есть, скорее всего, к ним на ранчо надо будет втихаря пробраться. О, блин, я помню это задание. Тут сейчас все в огне вообще будет. Еще и перестрелки сверху. Сейчас война натуральная начнется. Мы сейчас им пол это какого... Пол фермы нахрен просто спалим. И потом еще остальных убьем. Ну, тем самым более сильнее разожжем вражду между ними. А ехать получается нам на другой конец города. Где у них там ферма, не помню. Короче, туда, к конюшням. Эй, подожди секундочку. Ты что, не беспокоишься о Греях, англичанин? Не понял. Ты не беспокоишься о Греях? В каком смысле? Ну, они тебя ведь знают в лицо. Да, может, ты и прав. Знаешь что, держи, я спрячусь сзади. А ты веди себя естественно, чтобы нам не пришлось стрелять раньше времени. Попробуй. Да, постарайся притвориться нормальным человеком. Так далеко я заходить не готов. Угу. Ну, хоть догадался заныкаться. Спасибо и на том. Вид от первого лица. Нет, вот это вот мы прям сейчас все почти выжжем. Это у них все вот это вот табак растет, по-моему. Сейчас все будет полыхать. Мы на месте, не высовывайся, говорить буду я. Эй, а ну стоять. Нажмите, чтобы переключиться от первого лица. Нет. Ну и так посмотрим. Чего тебе здесь надо? Я... Там было такое... Такое... В салуне. Чего ты мелешь? Ну, я просто доставляю припас. Раньше приезжал другой человек. Хочешь бутылочку, приятель? На. Промочи горло. Не бойся, я просто тут недавно. Если хорошенько присмотреться, вот здесь вот, из повозки торчит винтовка Артура. А чувак отсюда, естественно, ну, ничего не видит. Просто, ну, как обычно. Охранники. Вообще, я из Донегола, это в Ирландии. Ладно? Они сказали, ты в курсе? Там была какая-то заварушка в салоне. Мне велели привезти сюда вот это. Не спрашивай, и тебе не соврут. Ну, сам понимаешь. Сказали до того, как придут законники. Ладно, ладно. Тебе сюда, я покажу тебе, как проехать. Спасибо, друг. Промочи горло. Эх, Хэмиш. Про знакомство, Хэмиш. Такой еще загадочный блюз играет. Такой красивые у вас тут места. Не так красиво, как в Канамаре. Но все равно. Мои предки родом из Шотландии. Вот оно что. Так мы с тобой выходим почти что братья. Артур вообще писает стволом своим длинным, не палец. Вот сюда. И вот прямо по этой дороге. Я не могу уследить за теми грузами, которые сюда доставляют. Да, когда-то в городе мне сказали, что им нужны кучера, и я ни минуты не раздумывал.
И отчет от честного заработка никогда не отказывались. Значит, вам тут тяжело, да? Да, у мистера Грея большие проблемы с одним местным семейством. Эти алчные подонки пытаются его разорить. Отвратительно. О боже, Хэмиш, это весьма прискорбно. Да уж, у тебя явно есть причина выпить. Ты даже не представляешь. Вон туда. Я понял. Ну, чтобы это более зрелищно было, Артур там до вечера просидит. Можешь здесь все выгрузить. Здесь? Что, лошадки, у вас не прочь нападать? Чего? Ничего, все прекрасно. О, пушка у Артура торчит. Тихо устраните охранника. Так. Все, слез. Давим. Правильно, прятать его надо. Как успехи? Все хорошо. Почти все приготовил. Ладно. Ну, короче, из самогонки сделали типичный коктейль Молотов. Наружу полно охраны. Мне кажется, действовать надо так. Ты иди к амбару. Ага. А ты? Я займусь самими полями. Подъем все самогоном, а потом подожжем вот этими бутылочками. К счастью, дождя не было. Да и тот старый амбар должен вспыхнуть как факел. Только штук тебе понадобится, как думаешь? Этого должно хватить. Выйдем сзади. Послушай, когда они поймут, что мы здесь, пути назад уже не будет. Так что не мешкай. Разумеется. Я же прирожденный бунтарь. Сжигать поместье — это у меня в крови. Жги, только тихо. Так, по стелсу. Следуйте за Шоном. Тихо, кто-то идет слева. Приветствую. Я думал, весь груз уже доставили. Этот еще нет. Странно. А что везете? Инструменты, деньги, зарплату. Ладно, разгрузите со склада на краю полей. Ага, до встречи. Ты это слышал? Денежки. Ага, давай сначала разберемся с этим делом, ладно? С этим парнем я разберусь. Ну еще бы, у меня просто, ну, элементарно руки заняты. У меня он как бы пузырь целый самогона. Облейте плантации стомака самогона. Иди, обрызгай поля. Постарайтесь не лезть на рожон. Так, ну. Нам вот это вот все надо будет залить бухлом сейчас. Так, достаточно. Я так понимаю, надо всю бутылку растянуть и перед охранниками не спалиться. Так что обходим их сзади. Напряженный момент пойла по табаку разливать. Так, этого хватит. Ну, 20-30
30% ушло на 4 точки. Этого должно хватить. Так, надо теперь, наверное, быстренько будет побежать за вот этим чуваком. Все, я спрятался. Думаю, не увидит. Хорош. По-моему, еще одна точка, но 50% мне за глаза. Да, еще одна точка. 4 больших поля, короче, получается. Тут, скорее всего, придется пообильнее немножко набрызгать самогончику. Светить, что нам у амбара. А долго я буду с этим пузырем-то бегать? Может, его выкинуть надо, пора уже. Пока с ним ходим. А нет, все, он выкинул его. Руки пустые. Так, этот смотрит вот сюда. Значит, вот здесь перебираемся. Вроде норм. А этого сейчас он завалит, по-моему. Либо меня дождется. Нет, нормально. Что он сказал, этого тоже он обольет? О, психопат, че ему чувак-то мертвый сделал? Нахрен его сжигать. Сжигите амбар. Так, зажигаем, да. Патроны, карабин даже дали чуть-чуть. Че, все, поехали. Ну все, полетели прятаться. Прям диверсия. Надо еще, да, поджигать. Че, еще надо? Ну вот, нормально. Устраните охрану Грея. А, где у нас карабинчик-то? Чик-чик-чик. Ага. Надо бы где-то заныкаться. Так, вроде наши. Тут наши, тут не наши. Норм. Вот эта разведка. Топки помешать. Пригодилось бы. Стоит, а гаденыш у меня. Мочит и мочит. Этот сын никак не сдохнет. Так, можно отвязать лошадей от фургона, который мы недавно видели. А какой мы там видели фургон? Не, ну правда, зрелищно сделано. Лутаться явно тут времени нету. Ни хера не видно.
Чувак, причем на такое серьезное дело пошел с револьвером. Так, тут никого. Не знаю, что они там болтают. Отпрягите лошадей. Освободить лошадь. Ну, что не освобождает? Распрячь лошадь, ну. Все, отпускаем. Ну, что? Что не идет-то? Вали отсюда. Ладно. Так мне надо ее отпилать еще. Понятно. Я думал, ей надо типа по жопе врезать, чтобы она слиняла. Нихера не вижу. Вон там воюет-то, в какую сторону, допустим. Скоро воевать-то будет нет, мы так всю ферму перехерачили, по-моему. Надо хоть шапочку, наверное, да, одеть свои. Предметы. Где моя шапка? Никак. Ну ладно. Веселую мы вечеринку устроили. И ты это называешь вечеринкой? Да, мы честно отработали деньги этой ведьмы Блэквей. Давай сначала уйдем отсюда. Он меня врезался почему? Короче, взяли, полили нахрен ферму, еще и народу перекосили. Ну, прилично. Кажется, оторвались. Да, оторвались. Ну и ночка, да уж. Интересно, заварушку строил на дач. Я надеюсь, дать Скользи и правы, и мы что-нибудь с этого поимеем. Ну и что теперь? Возвращаемся в лагерь. Ты со мной? Да. Мне нужна моя лошадь, потому что. Ну, это, кстати, крупнее лошадь, чем у меня. Она какая-то как грузовая выглядит. Ну, просто на камне просто не оставили на ферме. Всех расхерачили. Еще народу покосили почти всех, наверное. Ну вот, дом, милый дом. Расскажешь позже о том, как мы сработались. Ладно, у тебя табак есть? Смотрите, как хочется покурить. Доля банды, ну, короче, 200 баксов мне за это дали. Такое себе. Так, надо пожрать просто на халяву. Я вот что думаю. Что, я зря скидываюсь бабками, что ли, все время? Давай, где у нас тут? Писча. Че, типа, скажете, что еды нету? Ой, херели, что? Ебись. Жертвы нету, походу. Готовы. Подожди, подожди. Вот тут, вот он. Да, можно съесть. Нормально. И силы восстановим, и как бы бесплатно это будет. А выносливость это рагу не поднимает, зашибись. Так, что у нас осталось? Короче, дач. Только дач, да?
А тот чувак ночью не пашет. Сколько время? Тогда уж. В принципе, можно просто у себя забуриться и поспать. Типа до утра. Вон он, обустроенный. Он проснулся пьяным, походу, еще. Че они все ночью ходят туда-сюда? Спится, что ли, все? Подожди. Ну вот как сделаем, да. Давай спать. День 7 часов. Будем спать. Ну, короче, днем он проснется. Мы сейчас вкидываем бабки, которые... Точнее, не бабки, а то оставшееся золото, которое есть, мы скидываем в общак. Едем к этому. Как его? Едем к фотографу. А потом уже по основному сюжету. Хотя время более-менее так уже поджимает. Так, давай, пожертвовать. Отдаем предмет. Ну, тут буквально. Нахер, я, короче, все сразу отдаю. Пойдет. Ручку мы оставим. Угу. Кармы плюс к этому не дали. Я тогда не знаю, как это работает. Скидываешь бабки, а теперь уже ничего и не растет. Пошел. Все здороваются, такие приветливые. Так, отметим сразу же фотографа нашего. В принципе, за ним, как правило, не очень большие миссии. Я думаю, что я успею. У меня еще есть в запасе типа 40 минут. Это не моя лошадь. Влезай. А вот это моя. Стоять? Стоять, боец. А, ну как? Не солидно. Без головного убора. Так, давай, сейчас быстренько мы туда доедем. Лошадь у нас заряжена. Все статы полным-полно. Да, Влад Павлов. Да сколько стримить будешь, я просто ща ненадолго уйду. Я закончу около 6 вечера. Короче, еще минут 40. Потом мне надо на работу собираться. Я сегодня в ночь. Я думал, может, день сократить можно. Ладно, давай мы сейчас куда-нибудь выйдем в более дикую местность. А то тут горы какие-то подозрительные. Чуть-чуть надо путь подсократить, да? Так, попробуем. Допустим. Тут дохуя не ездит. Много времени дорога занимает. Я Влад Павлов. Блин, я не успею. Ну ладно, на завтрашний приду. Пока, удачи тебе. Ну ты этот как вот. Ты смотри, можешь в записи сегодняшнюю концовку стрима посмотреть. Если я закончу в 6, то в качестве она уже будет примерно часов в 9.
Ну, в смысле, обработанная уже, ну, там, в 1080p, это стопудово. Но, по-моему, в 2К она, ну, может быть, часов 9, может, чуть-чуть попозже обработается. Ну, а так, да, а так, да. Завтра продолжим. Ну, посмотрим, может быть, завтра будет Бэтмен. Настроение будет. Так, чё, а нет. Это мы в тему, конечно, сюда приехали, но только надо было этот, блин, сверху заезжать, походу. Давай сейчас посмотрим. Вот, вот тут можно заехать. Чувак наш, скорее всего, да, вот он наверху. Чё, кого он на сей раз фотографирует? Мистер Мейсон? Мистер Морган! Будьте осторожны. Земля здесь непрочная. Ну да, очень непрочная. Я тут уже бывал, в самом деле, да. Удивительные фокусы выкидывает жизнь, правда? Действительно. Что вы снимаете? Орлов, вы знаете, снимки получились очень красивыми, и все благодаря вам. Я бы давно пошел на корм какому-нибудь несчастному зверю, если бы не вы. Что ж, рад помочь, только, пожалуйста, отойдите от края. Но я пытаюсь заснять, да, они прекрасны, но в отличие от вас, они умеют летать. И то верно. Вы правда думаете, что я полный кретин, да? Думаете, я настолько глуп, что могу свалиться с обрыва? Нет, но, ну, может быть. Право, я глуп. Но не до такой степени. Здесь вполне безопасно. Вполне. Нет, он все-таки глуп. Проклятие. Да, живой. Вы были правы. Я действительно настолько глуп. Подайте руку, пожалуйста. Избавьте меня от мучений. Давайте. О, боже. О, спасибо. Знаете что? Пес с ними, я возвращаюсь домой. Знаете, я ведь правда сделал несколько прекрасных снимков, благодаря вам. И при всем этом, как-то даже умудрился не свернуть шею. Берегите себя. И вы тоже, сэр. Извините за беспокойство. Серьезно? Это все задание? Надо было типа приехать и помочь этому деду не упасть с обрыва? Ну, вы даете. Да, это прошло еще проще, чем я думал. Я думал, то, что и так задание это несложное из этого мужика. Но тут что-то как-то вообще лайтово. Ладно. Поехали, время еще есть. Поехали основной квест сделать. Надеюсь, успею. Попробуем дорогу подсократить, конечно. Только лошадь не по дороге, не очень-то уверенно, я смотрю, скачет. Ну, правильно делать. Можно башкой так врезаться, за то, что и лошадь сдохнет сразу же. О, равнина. Я притопил. Какая красота. Вон так. Так вот, я помню, под этим мостом я проезжал.
Не, норм, обычно доберемся. Там чувак, скорее, сейчас какой-то активностью, ну ладно. Может быть, опять тот же самый золотой искатель, конечно. Ладно, поехали уже на основное. Запрыгнул. Торгаши лошадками. В принципе, если знать, где спавнятся дорогие лошади, если они действительно там самые максимальные, вот эти, допустим, а если можно арабскую, то можно ими барыжить, конечно. Буквально 5 лошадей таких притащишь им. По косарю вторил, и как бы про игровые деньги можно забыть. 5 лошадей продал, как бы, и все обеспечен до конца игры. Так, ладно, удачи. Чек лагеря 812 баксов, не густо. У меня там, наверное, косарей 6, по-моему, собралось уже. Давай, наверное, что-нибудь пожертвуем. Пятихаточку, я думаю, да, отсудим этим чувакам. Чтобы у них тысяча хотя бы с чем-нибудь была. Дать денег, да. Пойдет. Карма плюсом. Лагерь чё, жадничать начинает, я не понимаю. То есть, если ты им какую-нибудь херню отдаешь, которая стоит 7 долларов, типа не устраивает, карма плюсом не идет. Но стоит тебе отдать пятихатку, ты типа норм, да? Что теперь? Уже покрылся? Конечно, покрылся. Мы же сидим в каком-то мерзком, вонючем южном болоте. Я про то, что сказал Трелони, про награду за нас. А, ну не сказал, чтобы он прямо покрылся. Скорее, небольшая испарина. Но пока мы не узнаем больше, нет смысла трястись и переводить годную выпивку на пот. И что? Я предлагаю найти Трелони, как следует расспросить. Кто такой Трелони? Возьми с собой Чарльза, и при виде вас двоих даже статуя заговорит. Хорошо. Окей. Я думал, мы сразу типа поедем и будем обе семьи кошмарить. Хотя там уже от семьи Греев, по-моему, ничего не осталось. Тихо, я его прошел случайно. Кто из них Чарльз-то? Я уже забыл. Ты? Да, он. А он с лошади, его не мог позвать, вот серьезно. Залез бы в седло, крикнул, он бы подошел. Поезжайте к Трелони. Я думаю, Чарльз нас догонит, да? А он вообще просто ходит. Он с нами не поехал. Походу, он заглючил. Он, скорее всего, заглючил. Они перекрикиваются. Ну и ладно, раз он заглючил. Пропустим херенный диалог. Зато доедем быстрее. По идее, по логике вещей, он должен там, где надо респавниться. Очутиться, появиться, даже в каком-то моменте демолитализоваться.
всю эту дорогу они, по идее, должны были ехать медленно и трещать между собой. Ну, типа, обсуждать дело там и так далее. Наверное. Водите в караван Трелони. О, приехал. Заблудшая душа. Думаю, что этот тот, что рядом с костром. Посмотрим, что там. Это скупщик у нас, по-моему, да, местный? Кто-то нас опередил. Похоже на то. Судя по всему, это был не дружеский визит. Загляни в дом. А он сейчас чем занимается? Не в дом? Исчез. Я не могу оружие достать никакое. Помада для волос нет. Выглядит не очень. Обыскать ящик. А что мы ищем? Зацепка. Еда почти не тронута. Похоже, ему пришлось уходить отсюда в спешке. Угу. Я понял. Постель не застелена. Наверное, он был здесь недавно. Так, а чувак без нас, он не осмотрит ничего, да? Че? Тут была большая драка, судя по всему, где-то часов 12 назад. Но тела нет. Не вижу. Значит, получается, скупщика нашего где-то грохнули, и, скорее всего, грохнули-то его на улице. Все, больше же ничего нету. Они поехали по этой дороге. Угу, я понял. Поведмачим маленько. Там тоже что-то подобное было. Следы вынюхивают. Задай проехать, ёп. Все. Надо просто посмотреть, как далеко они. Я вот тянуть, болтал без умолку всю дорогу, умудрился при этом ничего не сказать. Я думал, ты знаешь, что это его особый талант. Может, они уже ушли миль на 20 вперед. Посмотрим. Если понадобится, можно из такого расстояния их выследить. Это зависит от того, как сильно. Так. Ворачивают они. Чем вон они там стоят? Ага, я что-то в этом сомневаюсь. Смотри-ка, пойдем побеседуем с этими ребятами. Прошу прощения. Да. Вы не видели? Мы ищем нашего друга. Не думаю, что он здесь. Ого. Вы не видели тут странного типа такого фронтоватого? Странного, да? Фронтоватого нет. У него еще то есть, очень похоже на эту. Да они замочили его, чё? Ладно, вы двое. Признавайтесь, где он? Лупим в морду. Все? Кто-то вот сам уже захерачит. Главное шапочку поднять. Допросите охотника за головой. Подожди. Я еще шапочку не поднял. Понятно, это нельзя сделать. Допросить. Где Трелони? Я ничего не знаю. Ну, тогда бьем. Говори, где он. Иди к черту. Говори, сучи потрох. Не то тебе хуже будет. Ладно, ладно, господи. Они отвели его в хижину рядом с кукурузными полями. Налево, по той дороге у поместья Брэд Уэйтов. Просто удари.
Все, я отпускаю. Мочить мы его не будем. Карма плюс. Ой, золотей, приятель. Ну да. Не думаю, что он там что-то кому-то навредит потом. Что у нас, кстати, по карме? Ну, уже почти полностью. Здесь что-то там пробраться. Да, я провел достаточно времени, показывая дорогу. Итак, в порядке. Как думаешь, зачем он сдался Трелоне? Да, может быть, сотни разных причин различных. Вопрос только в том, связана ли какая-нибудь... Думаешь, он нас выдаст? Конечно, выдаст. Да он родную сестру продаст, чтобы сэкономить на проездном билете. Он не умеет держать язык за зубами. Впрочем, он не знает, где мы разбили лагерь. По крайней мере, я так думаю. Не знаю, почему Дач до сих пор его терпит. Он же неделями где-то пропадает. Но от него есть польза, и к тому же Дач ценит преданность. Разумеется, только предан ли ему Трелоне? Вроде как. Ну то есть Трелоне не назовешь вероломным, просто он трепло. Не волнуйся, если он им что-то выболтал, я выясню, что именно. Давай еще какие-нибудь вопросы им подаем. Я понял одно. Тихо, ну что ж ты делаешь? Все пойдет наперекосяк, говорю. Вместо вопроса ему задать, я слушаю дисплей. Сколько времени мы потратили, что он умудряется быть одновременно везучим и невезучим? Можно так на это посмотреть. Но он всегда находит способ, как нас отблагодарить. Только мы собираемся с ним распрощаться, и он тут же дает нам хорошую наводку. Видимо, это его особый талант — держать рыбу на крючке. А куда мы едем, интересно, вообще? Что-то ни отметки на карте, ничего такого нет. Видимо, они здесь. Кто они? Где здесь? Дело такое. Побудешь в этой хижине, скажешь, что эти мгновения вспоминать с радостью. Отпустите его, джентльмены. Это все? Кажется, да. Так ты жив? Предположительно, не волнуйся, им жить осталось недолго. Догони их, Артур, я с этим справлюсь. Их догнать надо или замочить? Не дайте им уйти. Допустим. Их нужно выкурить. Найдите и ликвидируйте охотников за головами. Иди туда, где птицы. Так, вижу одного. Минус один. Скорее, где у нас индейец целится. Нету. Хватит, говорит, прятаться, трусы, но понятное дело, что они не вылезут. Че, они дураки, что ли? Точнее, один уже там. Где? Угу. Я, походу, его пробежал. Стой. Вон он, да? Where the hell are they?
Look at the birds. Go that way. You're making a big mistake. Иди туда, где птицы. Но я уже не успел посмотреть, откуда птицы сиганули. Давай на индейца ориентироваться. Но это, конечно, бред. Как он умудрился пробежать мимо меня? Нет, не он. Угу, он тут. Попал. Все, готов. Остался еще один Чарльз. Громанем. Так, еще где этот какой? Еще один. В рыжей форме. Ну, в рыжем пиджаке. Так вот даже можно сразу два этих тварей, да, просматривать. Че ты тут стоишь? Обыщите кукурузное поле с Чарльзом. Он что-то выбросил, обыщите все, он далеко не мог уйти. А что мы ищем-то вообще? Понятно. Что ищем? Причем вот в том пятаке. Продолжая поиски, он где-то здесь. Может, опять к этому мешку и надо подойти? Нет. Нашел что-нибудь? А что есть? Что мы ищем-то? Понятно. Он меня должен был схватить по скрипту. Но он мой. А я его возьму с собой, ты валяй отсюда. Ты схватил моего друга. Он не твой друг. Я дам тебе денег. Да утихните. Кто б сомневался. Ограбим этого пидора. Надо было брать деньги. Я знаю, я дурак. У него еще деньги. Так. Стреляет из того амбара, идем. Че, кто стреляет? Хорошо, вроде бы это последний. Все, пойдем за Трелони. Ты цел? Ага. Интересно, что на этот раз вляпался? Пошли, пошли к мужику, короче. Он там, наверное, у нас заждался уже давно. Что нам могут сделать правительственные агенты, охотники за головами? Надеюсь, ты прав. По крайней мере, он никуда не делся. Походу, он уже еще костер успел развести. Лучше не бывает. Итак, кто они такие? Охотники за головами. Из отряда Коула Стандермайда. Я им нужен был не я. Как таковой. Что ты им сказал? Немного. Я сказал им, что я интеллектуал. Прибыл сюда из-за Орегона.
Хочу устроиться на работу в университет. Разумеется, они мне не поверили. После Блэквотера на вас теперь все зубы точат. Мне рассказывали. Может быть, будет лучше, если я останусь с вами, господа, на какое-то время. Я пока не могу вернуться к каравану. Чарльз, возвращайся в Стрелоне в лагерь, а я буду чуть позже. То есть ничего тут, что они там в Валентайне делов натворили. Мику там спасали, город половину замочили. Кажется, что мир стал более цивилизованным. А мне хочется вырваться на открытый простор, или уйти на запад, или то, что от него осталось. Но даже он уже не такой, каким я его помню. Давай, наверное, сохранимся. Будем на этом стрим заканчивать. Посмотрим, что у нас там по заданию. Две штуки тут появилось. В лагере. Ну и все. Значит, надо двигать в лагерь. Больше как бы... Ну. Тройки. Так, ладно. Сохраниться я уж успею. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем большое спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.